один заключенный изменил. Добрый вечер, чатик, здравствуйте. Ну что, продолжаем нашу великолепную эпопею прохождения Готики 2 вместе с вами. Да, как написано это в названии стрима, ведь ключевые звенья в этой цепи — это вы, друзья. Так, ну а также не менее важным, но более скромным звеном являюсь, конечно же, я, Аркаша, мы знакомы давным-давно. Да, возможно, вы олд, если на месте, конечно. Может быть и нет. В общем, сегодня у нас приключения вновь в мире готики. Текс. А пока облака, давайте приветствовать сабов и вот это вот все, поскольку... Ради чего мы тут собрались, будем честны. Ладно, Павсине, спасибо большое за 30-й месяц. Алды тут, да, вижу, вот теперь понял. Действительно, 30-й месяц — это алдовский такой стиль. В общем, Улан-Удэ такой гусь тебе достается. Город Алдов, да. Спасибо большое за Prime Sub, Лей 2 и Шэмон. Или Шаман, или Ла-2. Ла-2, видимо, из линейки пожаловал господин. В общем, спасибо, Шаман, вот тебе гусь соски. Я предположу, что ты из линейки, в таком случае тебе это точно пригодится. Но тоже довольно алдово. Так, ладно, сейчас вспомним, какой у нас там сейв был самый последний, и на него запрыгнем. А, ну раунд, конечно же. Так.
И пока народ собирается, естественно, почилим в замечательном городе Харинис. В общем, все у нас будет восхитительно этим воскресеньем. Так, Абуин, давай свой стандартный, забивай. К Наде пока не собираемся, вот это вот все. Нам сегодня все-таки надо сделать много полезных вещей. В общем, Мур, как всегда, проницательно. Ну да, ну что, я что, не узнаю родного брата MMORPG-шера в толпе братов MMORPG-шеров? В общем, господа, да, ну сегодня у нас Готика 2, продолжаем, сколько я вам говорю, 2019 год это год алдов, так сказать, по моему странному календарю. Мы будем перепроходить всякие клевые, крутые древние игрушки. И вот начали прям с, так сказать, золотого билета, поскольку, ну, Готика — беспроигрышный вариант, естественно. Здесь бывали многие, а кто не был, ну, тот окунется вот благодаря этим трансляциям. Если, конечно, не сбежит от угловатой графики. Но 2002 год, если мне память не изменяет, но все равно лампово шоу капец. И атмосферно, очень атмосферно. Ну так вот, это уже третий наш, получается, стрим по Готике 2. Сегодня он будет не такой затяжной, как предыдущий. День часика 3 посидим, может быть, чуточку больше. Ну, в общем, чтобы особо не засиживаться, прям сегодня стартуем мы пораньше и закончим тоже не шибко поздно. Пока там рассказывают, что лорд Андре устроил. Итак, значит, самое главное, для тех, кто пропустил второй стрим, поздравляю, я гражданин, я ополченец, я вор из гильдии воров, и кто еще я? Я гражданин, и кузнец, конечно же, кузнец я тоже. Вот, поэтому мой персонаж, он прокачанный сейчас довольно нехило, но все равно хилый. Если мы выйдем за пределы города. Но в городе мы практически уважаемый человек. Да, все дела. В общем, наша задача сегодня добить, наверное, Харинис, если получится, конечно, и перейти ко второй главе. Потому что, ну, не хочется прям бросать сейчас все в текущем видео. Надо разобраться с гильдией воров. Вернее, изучить сначала все навыки, которые они там предлагают, а потом их сдать с потрохами. В общем, много всего у нас еще впереди веселого. Но надо определяться, с чего начать. Я думаю, алды настоящие собрались, поэтому откладываем кальяны в сторону. И давайте все-таки думать, как мы сегодня построим наш стримес, так сказать. Пойдёмшь потом Моровинт играть. Ну, говорю, все возможно в этом году, алдом. Будет 10 years челлендж от тебя. Ну, в каком-нибудь видео надо что-нибудь такое вставить, поскольку этот мем... Вернее, это был не мем, но теперь это уже мем. В общем, на секунду отвернешься уже, да, новые мемы. Значит, у нас есть кровавые кубки, такой замечательный квест, это от гильдии воров. Говорят, что они вроде на втором, так сказать, этаже. Слушайте, эксперты по готике, вот что мне скажите. Если я пойду и паладинам расскажу про этих драконов, я же смогу еще спокойно бегать по Харинису? Просто тогда начнется вторая глава, насколько я помню. И вот я не знаю. Маги воды Фарева. Ну, маги воды я еще не решился. Может быть, и буду магом воды. Спасибо, Аб-20, за 7-й месяц. Тебе достается гусь. Маг диплома. Так, Алвин хочет, чтобы я заставил Феллона перестать колотить молотком. Ну, пойдемте этот квест быстро сделаем, потому что он где-то тут по соседству и довольно легенький и требует всего ничего участия. Next глава начнется, когда до магов дойдешь. Просто квест в долину дадут. Ну, по Харинису ты точно побегаешь, потому что после долины же вернешься, но вот квесты вроде другие станут. Ну вот, и не хочется заруинить. То есть, если добавятся новые, это хорошо. Вот если исчезнут старые, это грустно. Так, Филан какой-то должен тут стучать молоточком. В общем, ищите его. А, вот он, Филан. Так, друг. Вон отсюда. Зачем ты колотишь молотком?
Зачем ты колотишь молотком? Вот уже несколько дней я отчаянно пытаюсь устранить протечки в моем доме. Балки крошатся с тех пор, как прошли эти последние дожди. Скоро все это упадет мне на голову. Так, Аркадий Гражданинович, насколько старые игры у вас в планах? У меня разноплановые игры в планах, не только самые старые, но... В общем, классические, в основном РПГ. Во-первых, всякие там готики, само собой, возможно, Моровинд. Mass Effect я бы хотел посмотреть, потому что, к стыду своему, у меня с Mass Effect все плохо. Из-за того, что я не любитель фантастических сеттингов. Но все-таки хвалят же не за фантастику в первую очередь Mass Effect, и поэтому, может быть, их посмотрим. Может быть, Dragon Age тоже зацепим, хотя... Ну, посмотрим. В общем, много всяких RPG. Вампиры обязательно, Маскарады, Bloodlines у нас будут. Вот таких разных типов. Будут игры из 2004, из 2009. В общем, 10 Years Challenge, 15 Years Челлендж и так далее и тому подобное. Так, Филан, перестать... нет, вот, с тобой все в порядке? Эй, с тобой все в порядке? Будет в порядке, если я смогу закончить ремонт вовремя. Что это за ремонт-то такой? Он просто долбит в доску сбоку. Так, перестань колотить. Ты не мог бы перестать молотить? Нет, я должен закончить работу. Прекрати стучать молотком, или я переломаю тебе все кости. Как думаете, так поступил бы ополченец? Никогда в жизни. Я служу великому Андре Лорду и скоро мечу в паладины, поэтому 10 я монет. Я дам тебе 10 монет, чтобы ты перестал колотить. Эй, это очень великодушно с твоей стороны. Но что касается твоего золота, ты можешь... Ну, ты знаешь, куда его засунуть. Ни хрена. Я ему деньги... Ну все, чат, вы были свидетелями. Я пошел... Представляете, вот у вас сосед сверху делает ремонт, да? Вы поднимаетесь к нему и говорите: даю тебе 10 тысяч рублей, и ты перестаешь долбить. Ну и что вы думаете, он откажет? Все, я тебе ломаю кость. Прекрати стучать молотком, или я переломаю тебе все кости. Забудь об этом, или мне придется образумить тебя хорошим ударом молотка по голове. Так, ладно, все, он меня достал. Ополченцы служат воле Иноса, как ты мог забыть? Я помнил, я просто новый ополченец. Так, короче. Ты пожалеешь. Я пожалею, я ополченец. Ты не на того явно батон свой крошить вздумал. Так, Филан, ну блин, я, знаете, я веду себя как ополченец, не в том плане, что я избиваю мирных людей, а в том плане, что я помогаю другим людям в их беде, и поэтому вот благодаря мне сейчас, так сказать, бытовой конфликт урегулируется, разве не это работа ополченца? Это практически как полицейский. Ну что, перестанешь долбить? Да ядрить, колотить. Эй, ты! Ох, ты побил меня, какой героический поступок. Ты прекратишь стучать молотком, или мне задать тебе трёпку еще раз? Нет, не надо бить меня больше, я перестану. Но здесь все обрушится, и в этом будешь виноват ты. Вот и все, пожалуйста. Так, ты что, издеваешься? А, не, он просто присел. Я просто подумал на секунду, что он сейчас опять долбить станет. Осталось только вспомнить, кому мы... А, вот этому Алвину. Друг, больше... Филан больше не будет стучать. Надо же! Больше нет этого... Стукачей никто не любит. Наконец-то! Я уж думал, он никогда не перестанет. Ты оказал мне большую услугу. Знаешь что? Я дам тебе 30 золотых монет. Орк, но он же себе за 10 голды хату новую не купит, а если ремонтировать не будет, хата потонет, загниет. Неважно, он мог пиво себе купить. Короче, это неуважение к власти. Это сопротивление власти. Я теперь все, я ополченец, это говорю вам, практически представитель закона. Так что я что хочу в этом городе, то и ворочу теперь отныне. Так, все, одно задание на сегодня уже сделали. Чат, можете нас поздравить. Давайте посмотрим, что у нас еще там. Ой, тьфу.
Какую кнопку-то было? Нет, это у нас карта бесполезная, ненужная. Это... Что уже? А, вот, все, на J. Так, кровавые кубки. Это понятно, но пока не хочется. Фермер Акил беспокоится о двух пропавших работниках. Меха для Босспера 6 волчьих шкур, а я не знаю, как снимать их. Где пропавшие люди? Единственное, что смог мне посоветовать торговец рыбой Халвар, это обратиться к кораблестроителям. Ну, давайте займемся пропавшими людьми. Все-таки я представитель закона, поэтому... Так, кораблестроители. Значит, они должны, наверное, быть в порту и заниматься тем, что строить корабли. Ну, это мое предположение. Так, так что если увидите стройку, кричите во все горло. Давайте оглядимся. Ну, тут... Вообще, кстати, тут кораблей-то и нет. Они ж постоянно жалуются, что корабли — это очень дорого. Ой, ладно, ладно. Вообще, а есть ли скидки для ополченцев в вашем замечательном борделе? Блин, нет, с твоими девочками все в порядке? С твоими девочками все в порядке? Конечно! Или ты думаешь, что я хочу отправиться в тюрьму? Я не спрашиваю об их здоровье. Я имел в виду, они все на месте. Алды, на месте! Да, одна из моих девочек действительно пропала. Ее зовут Люсия. Я даже обращался к людям из ополчения, но они не нашли никаких ее следов. Так, опа, кажется, скоро я получу скидку в борделе. Как долго не было Люсии? Несколько дней. Не знаю точно сколько. Полагаю, она сбежала с одним из своих поклонников. Эта сучка кое-что с собой прихватила. Мое драгоценное золотое блюдо. Если она попадет ко мне в руки, она поплатится. Но тебе-то какое до этого дело? Ты что, хочешь надо мной посмеяться? Так. В смысле, нет, давайте найдем эту девочку. Сейчас, одну секунду. Делаем сейвик и вперед. Короче, видите, в бордель зашел совершенно случайно, сразу в скобочках обозначу. Зашел, и уже квест появился. Золотое блюдо Брамора. Шлюх... Шармута Люсия украла золотое блюдо у своего босса Брамора. Брамор хочет вернуть эту чашу назад. Так, ну что, давайте искать Люсию в таком случае. Если вдруг ее увидим, то Феня. Так, ладно, Феней пока еще рано озабочиваться. Фига, как она мнет рульку. Так, Люсию, короче, надо найти. Здесь Лемар тусит. Ему горожанка полы моет. И есть у меня предположение, что она может быть в верхнем городе, но, опять же, верхний город для элита, это все-таки... Но, с другой стороны, если она знает, с кем общаться, то... и к элите могла бы попасть. Мне надо скидку в борделе. Так, ладно, что у нас еще есть? А, мы вообще за кораблекрушениями пошли. Вот смотрю на этот город и вижу в нем город из Ризен один в один. Ну, да, потому что Ризен, он взял лекала готики и по ним все сделал. В принципе, Ризен, да, максимально похож на такую типичную готику. Старую добрую. Так, нужны кораблестроители. Во, вон они, видите, строят корабль. Очевидно, это кораблестроитель. Гарвилл? Эй, ты! Что ты делаешь здесь? Я строю корабль, потому что я хочу убраться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Но судя по тому, как идет работа, этот корабль никогда не будет закончен. Почему ты так торопишься? Скоро придут орки и сожгут город дотла. Почему ты так думаешь? Парень, ты видишь, что паладины теперь повсюду? Почему, как ты думаешь, они здесь? Я скажу тебе, они здесь, потому что скоро на нас нападут орки, а это не доставит нам радости. Эти орки, ой, сам их ненавижу. Могу я чем-то помочь? Могу я чем-нибудь помочь? Да, можешь. Выясни, что планируют паладины.
Я хочу знать, зачем они здесь. И я должен знать, действительно ли орки собираются напасть на нас. И как далеко от города они находятся. Эти орки... Видели совсем неподалеку... Еще один грязный донат! Сообщай мне всю информацию, что раздобудешь. Я должен знать, сколько у меня осталось времени на постройку судна. Так, Надя, подожди. Разберусь с Люси и потом к тебе. Что происходит в гавани? Что происходит в гавани? Орки дышат нам в спину, а ты спрашиваешь о гавани. Я только хотел... Самая большая проблема в том, что в гавани недостаточно кораблей, чтобы вывести нас отсюда. Если честно, здесь всего один корабль, и он принадлежит паладинам. А они уж точно не позволят нам воспользоваться им. Почему ты не можешь закончить корабль? О, у нас тысячи проблем. Остов пока еще не очень стабилен, и не хватает досок на обшивку. У меня почти не осталось средств на покупку материалов. А последняя партия вся была поедена жучком. Мои парни работают не очень эффективно. Орк, прекрати есть палубы. А другого волнует только резная фигура, которая будет установлена на носу судна. Как будто нам больше нечем заняться. К тому же, один из моих парней просто перестал приходить на работу. Орк, приходи на работу. Опасаться, что это еще сильнее задержит постройку. У вас пропал рабочий? У тебя пропал рабочий? Да, его звали Монти. Он как будто растворился в воздухе. Пайтон! Эта ленивая свинья, наверное, прохлаждается сейчас на какой-нибудь ферме. Не надо было платить ему аванс. Ой, орк, прекрати прохлаждаться на ферме. Да, чат? Когда в последний раз? Когда в последний раз ты видел Монти? Первый раз он не потрудился прийти на работу 2 дня назад. Я слышал, что пропадали и другие люди. О чем я и говорю? Плохие времена настали. Рыбак Фарим рассказывал мне похожую историю. Пропал его приятель Вильям. Я уверен, что за всем этим стоят орки. Да ты доколебал, слушай, какой мнительный-то. Орки, орки, орки у него. Орки... Что орки? Против орков что ты имеешь? Где мне найти этого Фарима? Он рыбак. Думаю, ты найдешь его рядом со складом запасов паладинов. Какой-то расист. Блин, я вчера чат посмотрел фильм такой дурацкий. Я вас сразу отговариваю, не смотрите. В общем, «Черный клановец» называется. Там про Ку-клукс-клан и черного полицейского. В общем, такой вот фильм. Но вроде звучит интригующе, да? Но на самом деле полная хрень, в которой... красной нитью проходит послание Трамп, отстой, посмотрите на Америку, там Трамп, ох, Трамп, расист. Несмотря на то, что в фильме описываются события 70-х годов, тем не менее, даже в 70-х годах как бы намекают, типа, вот придет когда-нибудь расист-президент, да? Никто не понимает, о ком речь. А потом еще в конце вам покажут документальные кадры с Трампом, чтобы вы точно поняли, что Трамп говнюк, вот. Очень хороший фильм, замечательный, просто восхитительный, блин. И совсем вот этот посыл, вот эта агитация касательно американской политики не чувствуется. Просто вот как-то поверх проходит, даже не обращаешь на него внимания. Гарвелл хочет получить информацию об орках и хочет знать, зачем паладины в городе. Сейчас я ему скажу всю информацию об орках. Так, там на крыше кошелек. Там на крыше кошелек. Кошелек на крыше. Ну, может быть, но я вам на Карлсона похож или что? Я, может быть, слепой, трижды тупой, но не летающий, так или иначе. Так, смотришь фильмы вместо стрима, скатился. Ну, чилить-то надо, не только в готике. Сегодня посмотрел девушку, которая застряла в паутине, норм, посмотрите, кто не смотрел. Фигня. Ну, мое мнение. Лучше посмотрите с татуировкой дракона, а лучше найдите швейцарскую версию этого фильма, потому что есть голливудская с Дэниел Крейгом, а есть швейцарская. Вот швейцарская лучше, как по мне. Так, короче, паладины. Иннос. С кем поговорить можно? Рыцарь. Кто главный у них?
тут рыцарь. Блин, я хочу паладинские доспехи. Я хочу стать паладином. Мартин. Шмартин, так, вот, ты явно нет. И этот не за главного. У них нет главного, Мартин. Эй! А что это за место? Здесь хранятся запасы королевской гвардии паладинов. Так, ты можешь мне продать что-нибудь, все ящики на месте? Да что ж сегодня за квесты такие? Проститутки на месте? На месте! Ящики на месте, на месте. Алды. Ящики. Не меньше. Все ящики на месте. Давай, давай, смейся. Попробовал бы ты постоять целый день на пирсе, пытаясь разобраться во всем этом хаосе. Паладины привезли с собой столько всякого хлама, что это даже не смешно. Спасибо большое, Турбобоя, за 28-й месяц. Тебе достается гусь не паладин. Я предпочитаю фильмы, в которых девушка с татуировкой на пояснице. Понял намек. Ты можешь мне продать что-нибудь из вещей паладинов? Скажем так, если ты компенсируешь мне те неприятности, которые у меня возникнут, когда пропажа обнаружится, то мы можем договориться. И часто случаются пропажи вещей? Нет, пока интендант говорит, что все в порядке. Понимаю. Что ты можешь предложить? Что ты можешь предложить? Что ж, смотри внимательно. Ну тут просто оружие всякие. Я думал, я хочу доспехи паладинские. Короче, он готов что-то сделать, если я ему верну ящики, но ящики не пропадали. Интересный очень квест. Так, паладины. Зачем паладины прибыли в Харинис? Зачем паладины прибыли в Харинис? Это не твое дело, приятель. Тебе достаточно знать, что мы служим Инносу и королю. Я и есть служитель Инноса и короля. Как дела, а? Если тебе больше нечего сказать, иди отсюда, болван. Кто командует здесь? Лорд Хаген. И? И больше никто. Лорд Хаген — верховный командующий всего этого острова. Вот за это я люблю готику. Тебе каждый непись может сказать: болван, говнюк, тупой, как кажешься, и так далее и тому подобное. Что ты можешь рассказать мне об этом квартале? Сейчас ты находишься в портовом квартале. Куда ты хочешь попасть? К площади, к храму, да никуда я не хочу, спасибо. Спасибо. Именно это я и хотел узнать. Так, этот не говорит, где паладины. Может, другой? Что новенького? У меня нет времени на обсуждение слухов, входящих в городе. Что вы, паладины, делаете здесь, в Харинисе? Я не уполномочен сообщать тебе это. Кто командует здесь? Лорд Хаген, главнокомандующий всеми войсками на этом острове. Он занимает дом губернатора, пока мы расквартированы здесь. Но он очень занят. Если тебе что-то нужно, иди в казармы и поговори с лордом Андре. Что ты можешь рассказать мне об этом квартале? Сейчас ты находишься в портовом квартале. О! Хочешь попасть? Так, это его стриггерило. Спасибо. Да, ребят, комп, к сожалению, видите, не вытягивает. 37 кадров всего лишь. Ну, сами понимаете, донатов, ну, вот это все, кризис, в общем. Как дела, а? Если тебе больше... Так, ну с этим мы уже болтали. Зачем паладины? Это не твое дело, приятель. Но он все время знал об этом. Значит, мы нашли двух паладинов с двумя голосами. Есть ли еще какой-нибудь? Что вы, паладины, делаете здесь, в Харинисе? Люди, задающие такие вопросы, кончают свою жизнь на виселице еще до того, как узнают это. Единственное, что лорд Эндри не может себе позволить, это допустить, чтобы информация о наших задачах попала в руки шпионов. Эндри. Лучше следи за своими вопросами. Ой, эти озвучки древние. Как дела, а? Ты что, действительно рассчитываешь, что я отвечу на этот вопрос, юноша?
Да. Короче, паладины не особо сговорчивы, только Хаген скажет. Видимо, да, видимо, да. Я уже всех возможных паладинов посмотрел. Так, для Гарвел, золотое блюдо Брамора. Можешь сходить к Андре или к этому, к Хагену. Сейчас посмотрим. Может, Андре что-нибудь расскажет. Мне нужна информация вообще о пропавших людях. И почему-то у меня в квестах нету ничего на тему того, что у него мужик пропал, который на ферме ошивается. Чат, если увидите где-нибудь Люсию, кричите. Потому что нам она блюдо должна. И не только, и скидку еще в бордель. А за второе мы тут кого угодно положим. Предположим, Рагнар. Из викингов, что ли? Дальше. Интересно, а мужика, которого мы подставили, освободят только во второй главе? Или так он когда-нибудь да все-таки выйдет? Так, Андре. А можно стать магом воды, будучи ополченцем? Сейчас проверим. Могу я теперь увидеть лорда Хагена? Теперь ты состоишь на службе у паладинов. Они пропустят тебя. А твое сообщение должно быть действительно важным. Не волнуйся, это так и есть. Помни, что ты встречаешься с главой паладинов. Веди себя соответствующе. Теперь ты представляешь не только себя, но все ополчение. Так, что паладин делают в городе? Что паладины делают в городе? Теперь, когда ты вступил в городскую стражу, ты подчиняешься паладинам. И теперь я могу доверять тебе. Мы прибыли по поручению короля Рубара. С разрушением барьера поставки руды прекратились. Поэтому теперь мы добываем руду и доставляем ее на материк. При помощи этой руды мы выкуем новое оружие и победим орков. Да хватит опять, у вас зациклены, что ли? У тебя есть задание для меня? У тебя есть задание для меня? Последнее время в городе появилось очень много болотной травы. Мы не можем позволить, чтобы эта зараза расползлась по городу. Впервые слышу. В таком случае все будут только курить травку и не смогут работать, не говоря уже о том, чтобы держать оружие. Это недопустимо. Особенно сейчас, когда так велика опасность нападения орков или наемников. Я подозреваю, что к этому имеют отношение наемники. Ручаюсь, это они принесли траву в город. Что я могу сделать? Мартис. Один из наших людей слышал в портовом кабаке, что где-то в порту находится целый тюк этой травы. Поищи там и принеси этот тюк мне. Ага, да, понятно. Насчет гильдии воров, как обстановка, ладно. Ясно. Так, квест с травой. Чат, давайте... Я такой человек, простой, можете сказать. И вообще немножко, несмотря на то, что я тут власть в этом городе, иногда я люблю укреплять свою позицию в обществе. Сейчас они поймут, что мне плевать на их устои. Я нонконформист. Он сказал мне искать траву, и я пыхну у него прямо перед носом. Ну как тебе, лорд Андре? Сейчас пойду выполнять задание. Тюк! Ладно, короче, все, бежим. Ой, зря я, наверное, пыхнул, потому что теперь это замедление. Вообще, что-то я заметил, когда приходишь в казармы, если там долго стоять, то в итоге пропадает музон в игре. А, во, вернулся, слава богу. Так, Мортис в оружейной. Так мне ж не в Мортис, мне надо в порт. Я так понял, ща почитаем. Тюк травы. Мортис прослышал об этом местном пабе, должен найти этот тюк и принести. Ладно, пойдемте. Но зато смотрите, благодаря этой траве, да, вот я тоже подумал об этом, что благодаря этой траве теперь есть вариант
в боях все-таки нормально блокировать атаки и уклоняться от всяких там волков и прочих. Потому что, ну, это slow motion, это как Макс Пейни практически. Ой, Макс Пейн тоже хорош, надо пройти. Так, Пек, есть где Мартис? Мартис. Что нос повис, давай, что ты знаешь о тюке-травке? Ты что-нибудь знаешь о тюке-травке? Последний раз, когда я был в портовом кабаке, я слышал, как Кардив говорил об этом с каким-то парнем. Что это за парень? Понятия не имею. Но он сказал, что нашел отличное место для хранения травы. А затем они долго ржали, как пьяные орки. Да в смысле? Ну что? Я хочу стать сильнее. Понятно. Если у тебя достаточно опыта, я могу потренировать тебя. Еще обучение. Начнем обучение. У меня нет все равно никакого опыта. Да он просто издевается, да. Ржали, как пьяные орки. А почему не пьяные люди? Почему не пьяные свиньи? Не кто угодно. Пьяные гоблины. Почему именно орки? Что не зациклены так на них? Слушайте, жители Хариниса! Понял достопочтенного лорда Хагена! Следующий декрет! Я пошел дальше. Так, в общем, нормально мы ржем. Мы, орки, смеемся очень хорошо смеемся. У нас, понимаете, смех такой, глубинный, он прямо из диафрагмы идет. Вот так вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, форму сними. Интересно, кстати, а меня по форме узнают. Давайте проверим. Я просто поражусь, насколько глубокая эта игра, если меня сейчас узнают по форме. Так, Кардив, да? Кто из них Кардив? Вот этот парень. Кардив. Мне нужна информация. Ты что-нибудь слышал о тюке болотной травы? Богатый человек. И, возможно, весьма расслабленный тоже. Не пытайся провести меня. Ты что-то знаешь, давай, выкладывай. Хорошо, хорошо. Этот парень недавно заходил в мой трактир. Он из наемников. Он сказал, что продал тюк болотной травы в гавани. Ну, конечно же, он был обкуренный в хлам. Это все, что я знаю. Так, показать знак воров. А, ты имеешь дела с бандой. Хорошо, в таком случае у меня кое-что есть для тебя. Если тебе понадобятся отмычки, намекни. Я припас несколько на всякий случай. Просто попроси меня налить тебе выпивки. О, понял. У него можно отмычками закупаться. Так, ну видите, все нормально, мне всю информацию сказали, несмотря на то, что я в форме ополченца. Они же понимают, я двойной агент. Так, я ничего не понял, исходя из этой инфы. Мортис слышал, как трактирщик Кардив, кто-то еще разговаривали. Кардив говорил с наемником, у этого парня был тюк, который он хотел продать. Чуваки, я честно до сих пор не понял, как мне отличить наемника от ненаемника. Кто-нибудь что-нибудь знает? Может, Ибрагим траву забрал? Сейчас прибежит. Убирайся отсюда! А, я у него карту купил, так что Ибрагим... Умный мальчик. Да, у них доспехи голубоватые. А, кстати, где этот мужик, которому я должен был инфу сказать? Как его звали, кто-нибудь запомнил? Так, горожанка, видимо, тюк травы нашла, судя по всему. Да, ее приключение в самом разгаре. Горожанин... Джек, нет. Его звали не Джек, не Борка. Короче, если бы это было не в форме, он сказал бы имя. Да ладно, что вы? Серьезно, что ли? Все это опять ваши приколы. Приколы, сто пудов. Короче, ладно, идем дальше. Вот этот парень точно знает, где тюк травы. Что тебе нужно? Я просто любуюсь окрестностями. А куда именно ты направляешься? Что здесь интересного? Здесь есть бордель и кабак.
Хозяина кабака зовут Кардиев. Если тебе нужна информация, я советую поговорить именно с ним. Тебе, кстати, не нужны деньги. А ты даешь их? Нет. Но прямо через улицу находится дом Лемара, ростовщика. Я уверен, что он сможет одолжить тебе несколько золотых. Ха! Да, брать в долг. Ничего интересного не было в последнее время? Недавно городская стража перевернула вверх дном весь портовый квартал. Они искали украденное. Последнее время развелось уж больно много воров, особенно в зажиточных кварталах. Они пытались во всем обвинить бедняков из портового квартала. Это, короче, главный ворчун, видимо, в городе. Он постоянно такой: «Ну вот, опять какая-то хрень началась. Ну что так?» Ну, в общем, как будто я, в принципе. Я работаешь на Лемара? Ты работаешь на Лемара? Умный мальчик. Вообще-то я направлялся в верхний квартал. Да, конечно. А я собирался сесть на корабль и нанести визит королю. Людям вроде тебя и меня доступ в верхний квартал закрыт с тех пор, как в город прибыли паладины. Я гражданин, я ополченец. Ты гражданин этого города? Вот ты гражданин, скажи мне. Ты гражданин? Ты гражданин этого города? Если ты имеешь в виду, живу ли я здесь, то да. Одним больше, одним меньше. Меня все равно не пустят в верхний квартал. Прости, туда могут попасть только сливки общества. Сейчас я бы не смог играть в гости. Или торговцы, или ремесленники из нижней части города. Жители портового квартала не имеют особого веса в Харинисе. Сюда даже патрули и ополчение почти никогда не заглядывают. Так, ладно, чушь одну спорол, ничего полезного. Лон Дедман, спасибо за шестой месяц. Так, непутевый адепт, сейчас я бы не смог играть в готику из-за графона. Ну, у вас нет души. Души, души, ну, боевка, вот, я бы дропнул из-за боевки, да. А графон, в принципе, нормальный тут. Так, ну, может, Лемар что-нибудь знает. Лемар, Кумар, согласитесь, похоже, звучит, поэтому он точно должен знать. Что это про траву, тем более его работник стоит и пыхает целыми днями. Как дела? Сколько ты хочешь? Что значит «сколько»? Я ростовщик, и ты пришел ко мне. Что тебе еще может быть нужно от меня? Деньги, конечно. Так, понятно. Деньги, да? Думаешь, так вот? Я просто пришел к тебе и буду спать здесь, потому что я ополченец, я власть в этом городе. Поэтому хочешь, не хочешь, а уважай меня. Давай. Смотрите, стоял всю ночь, смотрел, как я у него спал. Он действительно не ожидал такого поворота. Так, вот этот парень знает, где травку достать. Что новенького? 100 самые влиятельные? Нет. Блин, у кого искать? Ладно, все, подсказки из чата. Давайте в лагерь наемников или куда мне надо теперь попадать. Я пока дальше по квестам пройдусь. Информация о Борг. А, Гарвал, точно, давайте ему отдадим информацию. Это действительно правда. Ты, Гарвал. Эй, ты! Ты действительно думаешь? Я знаю, зачем паладины здесь. Правда? Скажи мне. Паладины здесь, чтобы добывать магическую руду в долине рудников, а не потому, что они ожидают нападения орков на город. Как только они добудут руду, они вернутся на материк. Хорошо. Если еще что-нибудь выяснишь, дай мне знать. Так, хорошо, с Боркой поговори не в униформе, не в униформе. А давайте сначала поговорим в униформе, а потом не в униформе и посмотрим, что изменится. Так, Ларес, так, кто из них был Боркой? А, тот, который бордель охраняет. Что ты стоишь здесь и колеблешься?
Заходи внутрь, познакомься с нашей любвеобильной Надей. Знакомый. Создание ночи придаст твоей жизни новый смысл. Мы знакомы. Что ты стоишь? А? Нет, видите. Ну давайте в добротный городской костюм. Что ты стоишь? Это... Нет, видите, Борка ничего не говорит. Даже в простой городской костюм. Что ты стоишь здесь и коль... Это... Короче, что-то как-то не получается. Так, дальше. Золотое блюдо не нашли, кровавые кубки, пока и не занимались пропавших людей. Тюк слева от здания. Вот вы, конечно, прозорливы. А как мне об этом надо было узнать по-хорошему? Ладно, ща найдем. Этот ваш тюк. Так. Вот это вот кто у нас такой? Охранник. Эй, тебе нечего здесь делать, понятно? Кто ты такой? Это не твое дело. Здесь я главный, понял? Главный? Над чем? Над этими сундуками? Эй, этот склад находится в моем ведении, понял? Так что проваливай, или я раскрою твой череп. Ой, ну это, конечно, было страшно. Я, наверное, не пойду, чат. Все-таки он обещал раскрыть мне череп. Мне кажется, он не уважает власть. Вы об этом не думали? Здесь я власть, господин охранник. Конец. Эй, ты все еще здесь? Разве я не сказал тебе, чтобы ты проваливал? Ну, держись. Сейчас я покажу... Ой, вот очередной не уважает власть. Ну, давай. Расскажи мне. Ой, что-то как-то плохо. Надо его зажать в угол. Ничего себе, он дерзкий. Ну, хоть критует иногда. А, и у него тоже критует. Так, чат, проблемы. Вы, конечно, не видите полоску здоровья, но я вам докладываю проблемы. Для вас, кстати, тем интереснее. Вы определяете здоровье по тому... Ах, как стример себя ведет. Что-то, короче, не получилось, да. Сейчас, я власть, здесь я власть. Машина паром направо и налево тоже. Но, ну, блин, я же с мышки теперь играю, у меня другое управление. Как это делается? Так, ладно, все, давай. Ты все еще здесь? Я не сказал, что это было хорошо. Ну, держись. Сейчас я покажу тебе. Ой, отлично встал. Ой, очень хорошо встал. Блин, у него две атаки подряд. У меня что-то только одно получается заблокировать. Очень плохо, чат. Нужны криты. Давайте там нашептывайте богу рандома, чтоб критов послал. Ой, очень плохо. Да ну как так? Ты ж такой быстрый достал. Ладно, все, я понял. Кажется, надо прибегать к проверенному, испытанному средству. Сейчас мы его уложим. Возьми свиток прямо с улицы, потом на него постреляй. Ручное оружие, готика, хрень. Может, да, и правда, с лука в него. На самом деле, вот... Ядрить, вот это был крит. В смысле, не пытайся? О, алды подъехали. Вакман, спасибо за 42-й месяц. Внезапно. Не знаю почему, но внезапно. В общем, Вакман, спасибо. Вот тебе гусь. Вот тебе гусь. Так, ща мы его... Ты все еще здесь? Гусь, сундук. Я сказал тебе, чтобы ты проваливал. Блин, очень... Да что такое-то? Все. Видимо, придется опять фаерболами стрелять.
У меня не получается блокировать этой фигней просто этим топором. Он вообще не блокирует. Ну, вернее, он блокирует только один удар из трех. Ну, подожди. Даже не пытаюсь поднимать руку. Ты что ты делаешь, что со мной? Можно сон на него кинуть. А, кстати, интересно, у нас есть сон. Он просто задолбался до удара выносить. Войтфор, спасибо большое за 29-й месяц. Я власть в этом городе. Вот тебе, гусь, власть. Так, сейчас еще раз. Свет, большой огненный... О, у меня есть большой огненный шар. Блин, маны нет. Ладно, сейчас мы его... маны не хватает. Он просто неистовый какой-то. Мне нечем его усыплять, чат. У меня нету сна. Видимо, придется сейчас традиционный сейф-лот бой. Так, здесь я, власть. Эй, ты все еще здесь? Вот донат, залетел. Разве к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Сейчас я покажу у тебя... Нет власти в этом городе. Он меня достал, я не могу это слушать 10-й раз подряд. Лучше сделаем сейв здесь. Спасибо, согласен. Орки никто. Болотная челядь. Спасибо. Как он прям вот... Да что с тобой не так-то? Еще разок. Надо вот эти два крита, прям надо было сейвиться, я чувствовал. Работай, тулыч. Корпусом, корпусом. Этот охранник, это какой-то прямо уволень. Уж простите. Я реально сейчас буду сейвиться прямо во время боя. Не, ну что это такое-то? Невозможно, у него криты просто на все мое ХП. Это главный босс, да вот, да, в том ты идешь, это реально как... Это один из самых сложных противников во всей игре, кстати, если убивать его именно на этой стадии. Ой, не тот сейв загрузил. У тебя двуручка и редж оружия, по идее, должны быть больше. Попробуй отскакивать и бить его. На улицу выбегу, и его убьют жители. Ладно, все, последний раз я пытаюсь. Ух ты, собака! Предпоследний это был. Если прекращаешь владение оружием, тоже докритовать сможешь. У тебя еще у тебя мувсет изменится. Ну, я стараюсь. Мне нужен левел. Мне вообще не хватает очков. Я ничего не могу прокачать. Я не могу у этих, у разбойников ничего освоить там. Потому что у воров, вернее, гильдии ничего. У меня очков нет. Владение оружием тоже. Сила только сейчас у меня появилась, чтобы хоть немножко мечи нормальные таскать. Так, ладно, все, он меня достал. Давайте, давайте старая добрая механика. И он не уважает власть, значит, он не уважает весь город. Значит, пускай ему накостыляют город. Блин, это битва за тюк травы, и правда, какая-то максимально потешная. Как бы мне... Так, бейте его, братья! А теперь...
Что это был за звук? Бейте его, он против всего города. Он против города. Он не уважает власть. Бейте его, вы уважаете хоть власть. Хоть власть уважайте вы. Так, ладно, добежим до паладина. Паладины точно помогут. Паладины, я же ваш. Мы одному Инносу молимся. Это не гражданин, бейте его. Паладины. А теперь. Так, где ж паладины-то, когда они так нужны? Паладины, ну! Ну! Паладины, вашу мать! Паладины, ну чё вы делаете-то? Алло! Иннос! Кодовое слово! Паладины! Паладины! Они... Никто не уважает мою власть в этом городе. Никто. Им вообще плевать. Паладины, меня убили. Меня убили. О, его убили. Ну я пойду мимо. Я думаю, лучше забрать твое оружие. Так, ну это просто какой-то измойц. Хорошо. Хорошо. Может добежать в верхний город? И там его убьют. Может добежать до мужика, который Богу молится. Так, все, попробуем четыре чуть-чуть. Как вам такой вариант? Значит, косяк болотной травы. Все-таки это битва за наркотики. Хочешь победить наркотики, сам стань наркоманом. Ну подожди, сукин сын. Так, вынимаем. Не пытайся поднимать оружие против меня. Я не успеваю достать оружие просто, пока летят эти фаерболы. Какой же тормознутый главный герой. Так, все. Сейчас это будет исполнено феноменальным образом. Значит, мы курим траву, да? Где она тут? Давай еще. Еще! Еще! Хватит! Еще! Веди его в бордель, я разберусь. Спасибо. Так, делаем сейф на всякий пожарный. Нать, и на тебя вся надежда. Так, отходим на максимальное расстояние, чтобы успеть вытащить. И слово «битва». Мы получай, охранник, прямо в лицо. Ну, теперь я с тобой расквитаюсь. Стой, ты чего делаешь? Да что ты делаешь? Ты что творишь? Принимать оружие против меня. Что? Почему он достает оружие, убирает оружие, достает оружие, убирает оружие? Ты что, дурак? Это просто невыносимо. Он... Видимо, это затуманенный рассудок после травы. Так, а в этом сейве почему-то теперь косяк травы не работает. Ладно, хорошо, бог с ним, с косяком травы. Разберемся и так. Так, все. Да ну! Тихо. Отлично, у нас есть хорошее начало боя. На всякий пожарный давайте сделаем тут сейв. Я надеюсь, у меня получится. Во время загрузки ему не выхватить от него удар. Прямо на моменте лода. Так, у него один шанс. И у меня, в принципе, один. Если он кританет, мне конец. Так, Stay Hydrated Bot! Иди в жопу, Stay Hydrated Bot!
опять загружаемся. Эффекты типа косяка не остаются после сейва. Ясно, понятно. Так все сразу ему в лицо. Как загрузимся. Сейчас. Это было опасно. О, Крит! Крит! Так, сейв пересейвим теперь на всякий пожарный. Господи, это пятый сейв на этом противнике уже. Но нам надо его ушатать, ну... Ну вы же понимаете, это невозможно. Он просто критует, как бешеный. Вот донат, залетел к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой милый зад. Привет, Орк. Я как... Смотрю твои видео в Ютубе. На стрим зашел впервые. Спасибо. Творческих успехов тебе, чтоб никогда не скатывался. Спасибо, спасибо. Стараемся, как можем. Ну, пока... Я как Доктор Стрэндж сейчас проживаю тысячи вариантов событий, и в каждом я умираю. И пока ничего не могу сделать. В общем, что-то у меня плохо, да. Очень с навыками оружия. Сейчас! Как же он овнет просто. Блин, я уже готов в боевку первой готики. Да, 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 знаете, 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 вот она, просто выдержка и долгая и упорная работа. Ух, я бы его еще добил бы с концами, конечно, но боюсь, после этого все завопят: убийца, убийца. Все, пойдемте за нашим тюком. Травы. Напоминаю, ради чего все это было. Так, факел, пожалуйста, чтобы я тут видел все. О, сундук. А в нем у нас что? Тюк травы. Тяжелый липкий тюк, пахнущий болотной травой. Он и так мертв с концами. А, правда, я его убил? Ха! Ну, потому что, знаете что, уважать надо было мою власть. Я ведь сразу сказал, что в этом городе я представитель закона, я власть. Ух, ядрить, 5 хилок. Вот это мы удачно зашли. Даже круче, чем тюк травы. Все, теперь я. Знаете, убив охранника, ты сам становишься охранником. Поэтому весь геймплей последующих стримов мы будем просто стоять здесь и охранять в надежде, что придет какой-нибудь сумасшедший и будет у нас тюк травы забирать. Такс. Вырубаем факел. И все, пожалуйста, у нас есть сейв, где мы заполучили тюк. Пилите, Шура, пилите, там труп валяется, не обращайте внимания. Короче, привет. Я таки добыла себе бургер, правда, не такой сочный, как хотелось бы, а картонный из Макдака. Ну, экономия сейчас сложно, да, я тоже не ел бургеров на этой неделе. Там в настройках вроде есть переключалка на управление с первой готики. Я знаю, да, просто это надо в настройки заходить. В общем, ладно, неважно, мы и так его сделали. Просто очень неудобно в двуручном блокировать. Просто как-то не попадаешь в тайминг порой. Всегда должен быть охранник. Ну да, я говорю, великая китайская мудрость. Все, Андре... Где твой... Где повышение? Где вот это все? Ем пиццу, приятного аппетита. Потом, когда растолстеете, у нас есть секретный канал в Дискорде для худеющих. О, сундук. Блин, я, наверное, не буду взламывать на глазах у Андре. Эй, ты, начальник. Насчет тюка. Ты нашел его? Я выбросил ее в море. Лол. Да, вот он. Отлично. Мы будем охранять эту траву. Вот твое жалование. Йо-йо-йо, есть еще работа? У тебя есть еще работа для меня? Ты вывел болотную траву из оборота, это хорошо. Но я хочу знать, кто распространяет ее среди горожан. Это должно быть кто-то в портовом квартале. Если бы этот человек часто приходил в город, он давно бы был пойман. Что именно мне нужно сделать? Найди торговца и заставь его продать тебе этой травы. Это будет непросто. А иначе мы не сможем арестовать его. Поговори с Мартисом.
Он хорошо знает портовый квартал. Возможно, он сможет помочь тебе. Так, ладно, пойдемте. Квест с травой не окончен. Прямо перед стримом съел Биг Мак, 9 наггетсов, картошку. Идите в задницу, дрыщи с метаболизмом. Ненавижу вас. Тебя бесите. Почему так? Почему вот мне достались мозги, а вам крутой метаболизм? Почему? Почему я должен таскать вот это бремя, быть умнее вас, мудрее вас, хитрее вас и так далее и тому подобное? А вы будете жрать и не толстеть. Несправедливо. Так, можно было больше опыта получить, сказать ему, что выкинул отек отдать, если я помню Сиферу. Ну, кто знал-то? Я служу Свету, Инносу. Так, значит, теперь давайте дальше думать, кто может нам по траве подсказать. Шерлоки, включаем режим поиска. Сейчас. Включаем режим. Вот, да. Значит, так, нам нужен некто, кто торгует травой. Заставить Мортис может мне помочь. Черт, Мортис там был, зачем я дошел до... Ладно, сегодня я туплю максимально много. 17.31, да, вот это сейф. Орк, я тоже взял в Макдаке на 1300 рублей. Жрачки на ужин поужинал таки. Учитывая опасность нападения на город орков... Всем вам хана. Я так-то недавно начал снова спортом заниматься, так что вообще могу что угодно и сколь угодно есть. Ути-пути спортом заниматься. Что, 40 минут побегать? Ну так это 200 калорий максимум. Максимум, а то и 150. Это даже не гражданин, даже не Биг Мак. Так что не надо тут, чтобы вам Биг Мак обратно отжирать, надо... Надо часа 4, наверное, в качалке потеть. Так, Мортис. Ты хорошо знаешь портовый квартал? Я хочу найти того, кто продает болотную траву. Ну, народ там не особенно разговорчивый. И они уж точно ничего не скажут городскому стражнику. Если ты хочешь разузнать что-либо там, тебе лучше... Нет, ты должен снять доспехи. Нет. Хорошо. А что дальше? Кабак и бордель, вероятно, самые лучшие места для поисков. Если тебе вообще удастся что-либо узнать, то ты узнаешь это там. Черт, они заставляют меня снимать мою одежду. Ну хорошо. Кем я могу быть? Я буду работягой в простом городском костюме. Вообще, знаете ли вы, что большую часть калорий сжигает мозг? Я ни на что не намекаю, но когда я работаю мозгом... Ну ладно, неважно. Орк, это психологическая ловушка такая. Чуть-чуть позанимался и позволяешь себе гораздо больше, чем если бы не занимался, в итоге только толстеешь, хотя и занимаешься. Именно. Вот они еще не знают этого. Они думают, ха, я вот 600 наггетсов, и вот это вот все, а потом 20 минут на скакалке попрыгают. Но мы эксперты, мы знаем. Диет-флут всех примет, когда вы растолстеете. Ну, если вы сап, конечно. О, Орч, почему ты решил, что мы одарены зверским обменом веществ? Просто мы постигли дзен и принимаем себя такими, какими есть. Пухленькими, развощекими, молодыми, смешливыми. Жир — это не повод для стыда. Жир — это мир, основа всего. Ой, все. Будьте как хотите. Где Кардив? А вот он, господи, я уж испугался. Думал, вы его съели. Ух, блин, принимают они себя такими, как есть. Так, мне нужна информация. Мне нужна информация. Где мне здесь купить травки? Только не здесь. Ладно, тогда где? Я бы на твоем месте поговорил с Милдором. Он дымит тут. Во! Пролет. Во! Видели? Я ж сразу на него пошел. Я же говорю, что он стоит и дымит нон-стопом. Поэтому я к нему и втирался в доверие. Но, опять же, я оказался слишком умным в этом мое проклятие, конечно. Я не одарен этим восхитительным обменом веществ, но вот этот вот феноменальный ум Борка... Ты не знаешь?
Где можно купить травки? Нет, проваливай. Что совсем дикий? Я хожу в качок 3 раза в неделю по 3 часа, и умеренный штангист мне можно в Макдак. Ну, тебе, может быть, можно. Но тебе надо не в Макдак, а всякие эти протеины, шматеины, углеводные окна и прочей ерундой, бысахами и так далее закидываться. Даже не хочу в это вникать. Это уже рабство. Рабство штанги. Где купить травки? Ты не знаешь, где мне купить травки? На твоем месте я бы попытал счастье в красном фонаре. Понятно, то есть меня послали туда, откуда меня послали. Ладно, хорошо. Это бодипозитив, Орч. Люби себя таким, каким есть, или иначе ты обречен на пожизненное питание творогом. Ну, что поделать, жизнь не микроплатежи, в конце концов. Я не пойду к Наде. У меня 400 золотых всего. Ты не знаешь, где можно купить травки? Нет, проваливай. Ты что за дикий такой? Ладно, ты, наверное, знаешь. А могу я рассчитывать на особые услуги, а? Конечно. Все мои девочки особенные. Если у тебя есть деньги, ты можешь пойти наверх с Надей. Да не хочу я с Надей. Я верен своему ордену. Я паладин почти. Эй, ты! Эй, я не могу заняться тобой сейчас. Одним больше! Если хочешь развлечься, поговори с Грамором. Я только хотел задать тебе пару вопросов о пропавших людях. Я могла бы тебе кое-что рассказать, милый, но не здесь. Тогда пойдем наверх. Хорошо, но сначала ты должен договориться с Брамором. Нет! Приятности мне не нужны. Какого черта? Это квест, который вынуждает меня спать с Надей и платить за это. Я хочу развлечься. Нет! Да, все сюда за этим приходят. Отлично. Иди. Нет, ну это издевательство какое-то. Так, Надя. Эй, ты. Могу я здесь купить травки? Могу я здесь купить травки? Оставь меня в покое. Пошли наверх. Сегодня тебе выпал счастливый билет, детка. Пойдем. Так, ладно. Все, идемте. Я даже пойду спокойным, смиренным шагом. Орчи, вот была я 40 минут назад, и там много народа, все молодые, приятные, стройные, и даже не молодые, стройные. Делаю вывод, Макдак полезен. Макдак полезен, да. Потому что, ну, энергию-то надо откуда-то черпать. Поэтому польза определенная есть. Конечно. Но порой этой энергии слишком много, и она куда-то там откладывается, да? Еще один грязный донат! Я знаю, где купить, ну этого. А еще я знаю, как скинуть сколько угодно. 50 золотых. Все, хватит. Надо просто не ходить в Макдак. Где купить травки? Могу я здесь купить травки? Заплати несколько золотых, и я скажу, где ее достать. Сколько ты хочешь? 50 золотых будет. Она что, совсем обнаглела? 50 золотых? А теперь скажи мне, где можно купить травки? Поговори с Боркой, детка. У него найдется травка для тебя. Еще один грязный донат! Так, я... Чтоб вы понимали, чат. Я же обещал. Да, Надь, спасибо. Чтобы вы понимали, чат, меня послали оттуда, вернее, меня послали туда, откуда меня послали, чтобы там меня послали к тому, кто меня послал. И я не запутался, все именно так. Ну а теперь мы можем поговорить? Да, здесь нас не подслушают. Брамору не нравится, когда мы разговариваем с гостями во время работы, если ему от этого никакой выгоды. Итак... Ты хочешь узнать побольше о людях, которые исчезли в порту? Не так ли? Я не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, по крайней мере, я могу рассказать, что случилось с Люсией. Но? Рассказывай. Никто здесь особо не жалеет, что она исчезла. Почему?
Здесь нет ни одного человека, которого она не пыталась использовать в своих интересах. Она была настоящей сукой. А куда она исчезла? Она часто встречалась с Элврихом, подмастерьем плотника Торбана из нижней части города. Готова поспорить, что она уехала с этим парнем. Куда они могли направиться? Если их не сожрали волки, то, полагаю, они живут у фермеров. А куда еще им деться? Так, понятно. Что еще ты знаешь? Я слышала странные истории о том, как люди исчезают. А, запикать надо было. Что этим рассказам стоит верить? Тебе стоит поговорить с торговцами. К сожалению, это все, что я могу рассказать. Ну а теперь что будем делать, дорогуша? В конце концов, ты же деньги заплатил. Не хочешь позабавиться перед тем, как уедешь? Вот прикольно, вот представьте, я такой разворачиваюсь, и нет, я служу своей родине, но родина не платит мне такую зарплату. Я, между прочим, свои деньги тут оставил, поэтому... Еще один грязный донат! Нина, смирись, его влечет ко мне. Да, Нина, но это по квесту, честно. Вот сейчас я вообще не хотел сегодня заглядывать к Наде, но мне пришлось заглядывать к Наде. Потому что это какая-то ерунда. Так, ладно, давайте дальше. Избей ее, забери деньги. Это не GTA вам, между прочим. Так, все. После сытного обеда по закону Архимеда. Бедный, блин, Архимед. Все его запомнили только благодаря вот этой вот пословице, скажем так. Ведь он нормальные вещи мутил. Засовывал себя в ванну и водой плескался. Блин, Архимед клевый. Так, Барка. Я слышал, ты продаешь травку. Кто это сказал? Слушай, это... Лорд Андре? Я думаю, это не важно. Я просто хочу знать, кто прислал тебя, чтобы удостовериться, что тебе можно доверять. Как это типично для него, правда? Так, мы с тобой договоримся? Или нет? Хорошо, договоримся. Ты даешь мне 50 золотых монет и получаешь свою травку. Никакой торговли. А нафига мне травка-то? Я вообще по квесту, ну ладно. Договорились. Вот 150 я уже потратил. 150. Вот, держи. Свежий, смолистый косячок. Блин, какого черта, чат? Я не думал, что служба на паладинов, она столь расточительная. Это же какая-то... Какая-то ерунда. По квесту сказали купить. А деньги? Где командировочные? Где вот это подотчетные средства какие-нибудь там? Я чё? Мне зачем эта травка? 50 на Надю, 50 на информацию, 50 на траву. Ладно, косяк я оставлю себе. Свежий, смолистый. Я вот сейчас досматриваю последний сезон Souls Park, и оказывается, у нас в России не показывали серию, посвященную марихуане в очередной раз, и вейпам, что самое забавное. Могла бы быть идеальная серия, но ее почему-то не показали в России. Вот. Так что, может быть, и вот эти квесты с травой тоже как-нибудь не боком выйдут, поэтому, если что, это ромашка. Андре. Насчет травы... Я знаю, кто распространяет траву в городе. Это Борка, вышибала в красном фонаре. Точно? У тебя есть доказательства? Он продал мне болотной травы. Отлично. Этого достаточно для нас. Я прикажу немедленно арестовать его. Вот твое жалование. Тем более на болоте-то не растет. 200 мне дали, то есть 50 всего я в плюсе. Есть еще задание? У тебя есть еще задание для меня? У фермера Лабарта какие-то проблемы на его полях. Если мы поможем ему,
Это укрепит его отношения с городом. Так что... А, ну этого я знаю. Смотри, что там не так. Зачем ты стучишь на хороших людей? Пошли они в жопу. Хорошие люди с тебя 150 не требуют. Хорошие люди 150 тебе дают. Хорошие люди тебе дают 150. Хорошие люди тебе дают 150. Продолжаем играть. Так, давайте к фермеру Лабарту. Фермеру Лабарту. Мы у него уже были, мы сейчас, смотрите, к нему заявимся в доспехах. И он ошалеет, как, насколько мы уважаемы в этом городе. Потому что мы и гражданины, и а хотя, блин, он же ненавидит паладинов. Вроде, или нет. Он же вроде бунтующий фермер. Черт. За короля. Да, за короля Лича. Что там надо отвечать в ответ? Королю слава. Так, идемте. Городской стражник, здравствуйте. Теперь-то они меня хоть за человека считают. Интересно, а есть такое прохождение готики, когда берешь и охрану убиваешь, надеваешь их доспехи, потом в них входишь внутрь? Так, надо... Еще один грязный донат! То, что ты получил от меня, стоит 150. Стоит, не шатается. Спасибо, Надь. Так. Я уже эти проблемы слышу очень отчетливо. Но сначала я все-таки добегу до фермера Лабарта. А то я не буду делать квест бесплатно. Так, за мной не бежит никто. Лабарт. Эй! Меня направил к тебе Андреа. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Да, конечно. Меня уже тошнит от этих проклятых полевых хищников. Прикончи их всех. Меня не волнует как. Спасибо большое, Коматос, за подарок Сенпос. Я вижу, ты даришь подарки тем, у кого никнейм схож с твоим или рифмуется. В общем, Сенпос, вот тебе гусь Синокос. Проверка, Орк, хочешь донат, Клайджин? Да! Но я тебе этого не говорил. Так, и сейвик. И побежали мочить. Кого там? Сейчас, небось, фермер такой. Убери оружие! Умный мальчик! Сейчас, но это жуки. С ними как нехрен разберусь. Да что такое-то? Ты тот жук какой-то. Да стой ты! Что-то он какой-то ядреный чат. Так, чат проблемы, Хьюстон. Эти жуки не так просты, как кажешься. Ну ладно, я тоже не лыком кшит. Такс. Огненный корень, гоблинская трава, гоблинская ягода. Может, ее сожрать и получить прибавку к этому? Чему там обещали прибавку? К яркости, ловкости. Вот донат, залетел к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Защита. Ха! Спасибо, спасибо, гражданин. Вот, я же говорю, хорошие люди и граждане в первую очередь. Хорошо, что ты не прослоупочил. Вот донат, залетел к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Умный мальчик. Спасибо, Клайджин. Весь в папу. Ай! Не то чтобы я прошу меня усыновить, но если вдруг у тебя свободна комната и в холодильнике есть место. Так, проблемы. Хустон. Ой, какой же он. Что-то, короче, что-то у меня с этими мужиками не складывается. Травма, которая дает плюс 1 стата, используется для приготовления пермозелия, которая дает плюс 5, плюс 10 статов. Ладно, надо будет. Но я не умею, я не владею приготовлением зелий. Это еще миллион очков, у меня столько нет. Так, короче. Сейчас сделаем умный мальчик.
вот этот вот полевой хищник. Сейчас, какая-нибудь из стрел долетит. Рюгавага теки кокурау! Спасибо, Гладжи. Так, рюгавага... Мне надо только одного. Так. Во! Почему ты ходишь с бесполезной двуручкой? У меня нет ничего лучше. Как только будет, я чат обещаю... Обещаю юзать. Но пока у меня ничего лучше нет. У меня куча денег, но нет статов достаточных. Чат, что, короче, мне юзать-то? Вы лучше сразу подскажите. Блин, какая двуручка-то хреновая. Ну что такое-то, жуки? Ой, это только в готике такое возможно, что не ты убиваешь тараканов, а тараканы убивают тебя. Еще один грязный донат! Орк, ну мы же с тобой партнеры, поэтому 50 на 50. Спасибо, спасибо, согласен, согласен, звучит разумно. Короткий меч, значит, 20-ку бьет, топор бьет 40. Ржавый меч, одноручный, бьет 30, волчий нож... Шпага бьет 40, но ей нужна ловкость 10. Широкий меч, одноручный, бьет 40. О, кстати, вот это хороший меч. Изысканный меч, владение одноручным оружием нужно. Пиратская сабля. О, ну вот это, кстати, меч покруче, я так понимаю. Сейчас попробуем с ним. Он бьет как топор, но при этом он одноручный. Смотрите, сейчас будет красота. Ща получится, чат, все получится. Главное верить. Ух ты, вот это вот скорость, конечно. Я так любого заколю. Так, его облутать нельзя. Блин, прикольно, прикольно. Я ходил с таким крутым мечом, или я его выбил сейчас? Ладно, неважно. Разберемся по ходу дела. Обкатаем на следующем противнике. Ой, проблемы. Проблемы. Хустон. Он слишком дерзкий. Да ну что такое-то? Хватит скакать. А, нет. Здесь уже так просто не выходит. Рвай мне хват. Возьми двуручку в одноручный. Браво, слишком легко. Отобрал у охранника. Угу. Ладно. Ну, в общем... Это донат красивый, тебе мы скажем за него спасибо. От плохого человека. Спасибо большое, Зордан Сер. Засчитано. Хуже тебя нет, людей. Спасибо, Джеки Чан, за подарок кликеру. Нижнее подчеркивание, тебе достается гусь. Крис Рок. Джеки Чан и Крис Рок дружат всегда. Блин, вот как бить так, чтобы... Нет, он, конечно, побыстрее, но... Ладно, только отпрыгивая назад, судя по всему... В общем, вы как хотите, конечно, вы как хотите, но я хилку одну выпью. Хоть вы мне скажете, нельзя пить в начале игры эти хилки, потом ты за них порвешь задницу. Ну что, скачаем трейнер, успокойтесь. Так, прибавка к здоровью 15. Вот сыра поедим. Боковые юзы. Ну я играю с другим управлением. Как тут боковые-то юзать? Теперь я уже не в управлении из Готики 1. Так, ладно. Выманиваем еще одного молодца. Тараканы пищат, как свинья. Ну, есть, похоже. Но они как-то очень мерзко пищат. Это самый дурацкий звук. Так,
Так, ладно, отпрыгиваем. И бьем. Отпрыгиваем, бьем. Отпрыгиваем, бьем. Отпрыгиваем, бьем. Отпрыгиваем, бьем. Отпрыгиваем, бьем. Ну, неплохо, уже стал хорошо получаться. Да, надо жрать мясо, я ж наготовил его. Смотрите, 22 куска мяса. А в каком-нибудь вашем этом атласе или прочем сурвайвале оно бы у меня уже сгнило и вот это вот все. Уже моркать, тут следует брать таргет, зажатием ЛКМ и махать в разные. Да я знаю, я отключил ту боевку. Но там неудобно перемещаться, потому что там надо зажимать клавишу, потом отжимать. Короче, в 70% случаев эта боевка удобнее, но все равно находятся те случаи, когда... Вот, например, вот так вот грамотно отпрыгивать, ну, можно, конечно. Ладно, я... Вот серьезно, после этой готики я могу все, любых понтификов, там, сирот и кого угодно из Dark Souls разваливать. Там можно настроить, чтобы боковые атаки были на куе или на что хочешь. По боевке ты зря, так с локом на цели гораздо удобней. Ладно, сейчас попробуем на последнем жуке обкатать... Блин, вот криты я люблю, вот криты хороши. Так что, мужики и дамы, имеет смысл в двуручное оружие вкладываться? Ой, тьфу, в одноручное. Так, давайте переключим пока боевку. Тьфу, блин. Управление Готик 1 есть. Ладно, попробуем так. Так, вот проблема, как отпрыгивать назад при такой боевке? Сейчас, проблема с отпрыгиванием назад, большая проблема. Ой, короче, не знаю, сложная боевка. Сложно, вот проблема в том, что перемещаться и бить очень проблематично. Если ты стоишь и блокируешь, то вообще отлично. Ну вот, ну ладно, я пока побегаю все-таки с нормальной боевкой. Я очень много хп сейчас оставил. Игровые опции. Управление Готик 1 отключить. Пускай контрол и отпрыгивай. Еще один грязный донат! Ой, сомневаюсь. Что ты опять говоришь? Так, подождите, у него была жена, которая мне похлебку дает. Эй! Я уверена, у тебя достаточно денег, чтобы купить себе еды в городе. Да что за стерва-то такая? Вы прикиньте, раньше давала еды, теперь уже не дает. Я, между прочим, к ним работать пришел опять. Ладно, придется свое мясо доедать. И сыр съел, господи, сыр-то. И мясо, и сыр. Вы знаете, что по кашеруту, в общем, чтобы кашерно было, нельзя в один прием пищи мешать молочное и мясное. То есть вот евреи, они бургеры есть не смогут, классические, в которых котлета и сыр. У евреев обязательно будет бургер без сыра, то есть только с котлетой. Поэтому не дождетесь никаких чизбургеров. В Израиле нет. Понятно вам? Нельзя мешать. Эй, ты. Я разделался с этими тварями. Отлично. Ты не такой уж плохой ликвидатор. Я порекомендую тебя соседям. Вот, держи заработанное. 20 золотых. У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Нет, но ты можешь... Господи, насколько же никчемным я себя чувствую. За 20 золотых так горбатиться.
Ну, я не для этого делаю, я для того, чтобы лорд Андре меня похвалил. Кстати, Орк заказывал сегодня еду из Мака через Яндекс.Еду. Можно полить, где курьер удобный, новый Биг Мак так себе. Да хватит жрать Биг Маки, вы надоели. Я страдаю, между прочим, пока вы их едите. Понимаете, каждый укус Биг Мака вызывает слезу у меня на лице. И только вот Зордан Сер хоть немножко, но нивелировал это горе. Орк, нет чизбергов, то точно земля обетованная. Нет, в том-то и дело. Там только отдельно это все надо докупать. То есть, если хочешь сыр, ты должен заплатить сверху. Понимаете? Потому что нормальный человек сыр не купит. А для ненормальных... Орк, откуда ты знаешь про евреев? Да так, я... Не ищите здесь связи. Я обычный человек. Я же говорю, мне досталось вот это проклятие. Огромный, бесконечный мозг, поглощающий информацию. Орк, я вот тоже сегодня мало ел, так что же грущу, когда заходит тема про еду. Вот, вот хоть одна родственная душа. А то все эти магдаки едят. Ты не должен отпрыгивать, так как отпрыгивание работает только на грязных тварей, которых не должны приносить проблем. Ты должен только парировать атаки людей, орков, скелеты. Насчет оружия одна ручка качается. Да я знаю, но я про тварей-то и говорю. С тварями отпрыгивать надо. Я ж с тварями сейчас бился. Боевка Готики 1 очень удобна, когда ты с людьми сражаешься. Тогда вообще идеально. А вот когда с тварями, была бы какая-нибудь возможность переключаться там одной кнопкой. Я помог Лабарду. Превосходно. Если Лабард будет счастлив, он продолжит продавать репу городу. Вот твое жалование. Репа? Ладно, есть еще работа. А, блин, нет, работы больше нет. Так, надо посмотреть, сколько у нас опыта. У нас... Нам надо 500 опыта. Ну что такое-то, ну... О, господи, где ж их взять-то? 500 опыта, Люсия. А, там про... Давайте Люсию найдем. Андре платит хорошо, согласен, но опыта не дает. Орк, херня этот ваш Биг Мак, вот кастомные бургеры из бургерной, которые готовят не из полуфабрики. Да это понятно все. Кастомные бургеры сравнили, конечно, бургеры за 150 и бургеры за 600. Ну, конечно, за 600 будет лучше и бла-бла-бла. Но на голодный желудок все хорошо. Так что вот когда вы будете сидеть голодным стримером, то тогда вы согласитесь на что угодно. На Биг Маке, на фильмы Бекмамбетова, на что угодно. Тамбер, Гарат. Стоп, подождите. Тарбен, а кто такой Тарбен? А, это парень, которого я племянницу избил. Помню, помню. У тебя раньше был ученик? Да, и совсем недавно. И что случилось? Его имя Элврих. Он мой племянник. О, и это я... Я был очень доволен. Но однажды он просто взял и не пришел на работу. Ой, племянник... Племянницу избил, сейчас и племянника. Ой, ой, ой. Где же Элврих сейчас? Откуда мне знать? В последнее время он частенько появлялся у этого грязного борделя в порту. Не удивлюсь, если он и сейчас развлекается в постели с какой-нибудь шлюхой. Ой, в смысле, не было этого слова, Twitch не бань. Ты не обращался к ополчению? Обращался, конечно. Я попросил их поймать этого лентяя и проследить, чтобы он вернулся на работу. Но я уже об этом жалею. Пусть делает все, что хочет. Рано или поздно он поймет, что без достойной работы в Харинусе делать нечего. Неужели? Как давно его не было? Около 2 недель. Ладно, с Люсией, я так понял, мы ничего не сделаем. В Маке можно уже свои бургеры собирать. Хавал Гранд Делюкс с 4 котлетами. Вот это бомба. Это действительно бомба. Инсулиновая, я не знаю. 4 котлеты, это сколько холестерина. Ой. Ну я, кстати, не видел возможности свои кастомные делать. Высылай адрес, сейчас отправим тебе курьер. Нет, Клэджи, нет. Я силен, я выдержу. Так, короче, кровавые... Пропавшие люди.
Элврих, ученик, пропал. Вильям, рыбак, пропал. Все, блин, пропали. Где они? Так, как мне закончить квест с пропавшими людьми? Помогайте. Вот донат залетел к нам, да. Пожалуйста. Слышь, брат, поцелуй мой белый за. Орк, давно смотрю ваши стримы, давно. Очень добротный, интересный контент. Спасибо, спасибо большое. Ну, стараемся, делаем дальше. Но сейчас-то точно интересный, все-таки готика это топ. Элвриха в лесу Харинис, говоря, я не знаю, давайте я на ферму пойду. Там что-то про фермеров было, и фермерам, там что-то с фермой, с этой кучей всего было связано. Прогуляемся на ферму. Холестерин не так страшен, но брать в Маке четырехкотлетный бургер зачем? Ведь котлет лучше в Бургер Кинге. О, господи, что вы тут за срач затеяли? Хватит, все. Стример захлебнется в слюне, это будет ваша проблема. Вам же нечего будет смотреть. Но я соглашусь, в БКшке мне нравится больше. Так, но я там не был, ой, даже не знаю, в этом году точно не был, а в прошлом, наверное, с лета не был. Видите, какая сила воли, какая выдержка, какая чванливость, какая заносчивость. Йос, люди будут на ваших руках. Эгил, здорово. Эй! В чем дело? Давно я уже не видел чужака на нашей земле, который не хотел бы ободрать нас как липку. Надеюсь, я не ошибаюсь в тебе. Я Эгил. А этот чудак вон там, мой брат Эним. Да, Эгил, как работа? Как идет работа в поле? Отлично. Если бы только эти мерзкие полевые хищники не портили наш урожай. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Ты шутишь. С тех пор, как я работаю на этой ферме, я убил их столько, что уже сбился со счета. Но на место убитых приходят новые. Человек запрещенный в РФ. Так, полевые хищники, хорошо, ладно. С Игилом поговорили, теперь и ним. Сейчас поможем Игилу, только сначала закончим с Энимом. Кто ты? Меня зовут Эним. Я работаю здесь. А коротышка вон там. Мой брат Эгил. Мы работаем здесь, на ферме Акила. Уже несколько лет. Акила, Эгил, хорошая у вас тут ферма. Как идет работа? Ты хочешь помочь? Тут есть еще одна мотыга. Бери ее и выходи в поле. Нужно только быть осторожным, чтобы полевые хищники не подкрались к тебе незаметно. Они сожрут тебя, даже моргнуть не успеешь. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Я убил их столько, что уже сбился со счета. Но проблема в том, что на место убитых приходят новые. Твой брат сказал мне то же самое. Что? Этот трус? Да он всегда исчезает, как только эти твари хотя бы приблизятся к нашей земле. Ему не стоит нести такую чушь. Так вам надо помочь. Нужна помощь Гилу и Ниму. Твой брат говорит то же самое. Ага. А что еще он говорит? Что он тоже убил множество полевых хищников. Что? Да этот тормоз даже не может самостоятельно найти путь домой. Скажи ему, чтобы он больше не бахвалился. И у меня такое ощущение, будто я сейчас буду между этими двумя братьями бегать и... А тот передал, что ты дурак, а этот передал... Эй, твой брат думает, что ты хвостун. У него действительно хватило мужества сказать это. Хороший квест. Ему лучше следить за своим языком, а то мне придется опять преподать ему урок. Иди и скажи ему это. Да, конечно, я же совсем не ополченец, там город не защищаю. Эним немного раздражен твоими словами. Пусть не расхаживает, как павлин, распустив хвост, а то я ему голову оторву. Скажи ему это.
Да твою-то мать, Игил, как ты меня достал. О. Ты. Я думаю, вам двоим нужно просто остыть. Этот ублюдок не отказался от своих слов, я прав? Я ему пасть порву. Скажи ему это. Почему ты не скажешь ему это сам? Сейчас пойду и сделаю это. О! Пошло дело. Так. Игил против Энимы. Ну что, кто? На кого ставит чат? Подождите, давайте ставки. Ставки ваши. Давайте я пока сохранюсь. Вы ставки. Ставки. Кто? Кто? Игил или Эним? Так, Игил. Минус оба. Игил, Эним, Игил. Игил победит. Эним, Игил. Ну, в общем, большинство за Игил, да, топит. Ну хорошо, чат, давайте посмотрим, кто кого. О, так, 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 Игил хорошо заманил Анима. О, как он подсёк. Так, ты не тупой, ты такой тупой, как кажешься. Там ничего нет. У тебя даже золота с собой нет. Ну и правда, сосунок. Я думаю, забрать твоё оружие. И бухнул ещё. Подожди минутку. Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше... Я натворил? Вы что, совсем борзели? Моя голова. Эй, ты! Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше уйти. Вот скотины, что за люди вообще? Я не понимаю, они просто подоглели, теперь я еще виноватый. Ладно, что там надо было этому Акилу? Где найти ферму Анара? Как мне найти ферму Анара? Спустись по каменной лестнице вон там, а дальше иди по дороге на восток. По пути тебе встретится таверна. От нее иди дальше на восток, пока не выйдешь на большое поле. Вот там-то эти наемники и живут. Я должен идти. Пока. Всегда рад. Так, ладно, хорошо. Ну, кто-то, по-моему, на этой ферме тут скрывается или что-то типа того. Не Рэндальф. Не крестьянин. А что Рэндальф нам скажет? Все в порядке? Да, я в порядке. Этот Альварес становился все наглее и наглее с каждым днем. Хорошо, что все кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше, побеждает. Так. Последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. С кем ты соревновался? С Рухром, этим старым бездельником. Он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья все время подмешивала в мое пиво джин. Я думаю, он держит джин в своем чертовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду. Тогда он может подливать ее в мое пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним еще раз. Ты ведь не здешний, да? Я пришел с Южных островов. Когда-то ходили глашатые и объявляли, что на Харинисе нужны люди, чтобы добывать магическую руду. Но когда я приехал сюда, они возвели этот огромный барьер. И мне расхотелось идти туда, поэтому я начал работать в порту. Затем сюда перестали заплывать корабли, и я пошел в порт Акила. У меня была работа и похуже. Сейчас еще ничего. Так, короче, я так понимаю, надо найти эту таверну, там самое веселье. Человек-по, да, предсказание есть, оно как раз сегодня мне открылось. Вижу, вижу... Голова мужчина, вижу, вижу его отчетливо, его ягодицы, его линию поясницы, вижу, вижу. Все. Больше нечего. О, моего! Вот это я удачно зашел. Так, мужики, погнали обратно. Сейчас будет битва фермеров, я так чувствую. Стой, трус! Стою. Ой-ой-ой-ой. Так, Рандольф. Хватай. Тебе не стоило появляться здесь. Вот и я об этом же им сказал. Так,
Тихо-тихо, мужик. Так, подождите, это плохой сейв, мне не понравилось. Сейчас сделаем. Я просто не ожидал. А где эта ферма-то? Ферма. Фу, блин, не ферма, а таверна. Где-то здесь ведь. Туда, что ли, пройти? Так, лучше я сразу буду с мечом, чтобы не вынимать его долго. Просто их агрим и убегаем. Сейчас ты получишь. Ты не такой тупой, как кажешься. Так, уклоняемся от пуль, как Нео. Да, беги со всех ног. В смысле? Иди сюда. Ой, нет! Он идет сюда. Мужики! Так, он что, не идет, что ли? Идет! Да не Рэндальф, а кого? Блюдок. Подожди минутку. Бунтанара. Ах ты, сосунок. Будет у тебя даже золото с собой не есть. Я думаю, лучше забрать твое оружие. Ладно, один бандит есть. Беги мост снизу, под мостом пробеги, спустись по лестнице, с которой пришел. Ладно, хорошо, не будем агрить бандитов, все-таки не настолько мы круты, чтобы их развалить целые сотни. Давайте пройдем снизу, нам нужна эта таверна, там, я так понимаю, вообще веселье просто неистовое. Я должен тоже с кем-нибудь сразиться, вот, таверна, отлично. Должен с кем-нибудь сразиться. О, волк, давай, я уже наловчился. Теперь я ополченец. Ну как тебе это, волк, а? Собака, грязная тварь! Тьфу ты, ну ты сосунок, у тебя даже золота нет. Я слишком вживаюсь в эту игру, когда играю. Но все-таки это ведь хорошо о ней говорит. Так, кто там у нас? Медведь! Фу, еще одна грязная тварь! А, медведя крот. Кротокрыс, как его зовут. Ну? Он туповат чуть-чуть. Ох ты, тварь! Еще одна грязная тварь. Ладно, это было просто. Там что, гроза? Надеюсь, она не бьет в игрока. Смотрите, грозу поймали. Внезапно, ладно, надо будет мясо потом пожарить. Ты заслужил это, подонок. Орча, у кого учеником был? Шкуру снимать не умеешь? Нет, я кузнец, но шкуры я могу научиться, но не научился еще. Так, смотрите, там тусич какой-то впереди. Вон, видите, чувак на камне сидит. Помните, мама в детстве говорила, не сиди на холодном, потом будут проблемы. На самом деле они не договаривали, потому что не были искренни. Надо было сразу говорить, что будут проблемы с простатой, сынок. Вот это вот все. А так ты в итоге не веришь никому, думаешь, да это какая-то ерунда, это просто не дает мне веселиться, а потом просыпаешься, и оказывается, что не стоило сидеть на холодном. Ладно, я собрал столько золота. Много золота. Не могу пройти мимо, когда вижу золото. Волчий зуб. Ладно, собрали. Что за крендель? Эрол. В чем дело? В чем дело? Ты только посмотри на этот бардак под мостом. Я такого за всю свою жизнь не встречал. Этих тварей нужно перебить всех до единой. Что случилось? Я со своими помощниками спокойно ехал по дороге. И вдруг эти подонки выскочили из засады и убили всех моих людей. Хорошо, что я еще не забыл свой коронный хук справа, иначе я тоже был бы мертв. Что за люди на тебя напали?
Бандиты, кто еще? Они обосновались на мосту. Грабят каждого, кто пытается пройти. Я знал, что у них там засада, так что решил проехать под мостом. Но, похоже, моя тележка показалась им слишком соблазнительной. Эти негодяи просто спрыгнули с моста прямо на нас. Надо было попробовать незаметно проехать ночью. Да, парень, я не мерзну под дождем, давай дольше рассказывай. Твои вещи лежат под мостом? Да, тележка, товары, все остальное. Я кое-что оттуда забрал. Можешь оставить эти вещи себе. Ценности они не представляют. Но бандиты украли у меня нечто действительно ценное. Три каменные таблички. Так, одна у нас есть уже. Каменные таблички? Да. Их хотел купить у меня городской маг воды. Я обещал ему, что достану их. Я должен любой ценой вернуть их, иначе пострадает моя репутация. Так. Зачем таблички нужны магу воды? Он сказал, что изучает их и просил привезти как можно больше. Где ты берешь эти таблички? Нахожу их в древних строениях, например, мавзолеях. А иногда их можно найти в пещерах. Я продал магу воды уже целую кучу табличек. Впрочем, здесь они встречаются довольно редко. Чаще всего я нахожу их на северо-востоке Хариниса. Почему бы тебе просто не поискать новые таблички? Во время схватки с бандитами я вывихнул лодыжку. С хромой ногой я далеко не уйду. Так, Ты смог отбиться от бандитов? Да, но они все еще сидят на мосту. Ты можешь научить меня такому удару? Конечно. Ну-ка. Покажи мне, как сделать удар сильнее. Хорошо, но ты окажешь мне одну услугу. Помоги мне спасти мою репутацию. Принеси мне каменные таблички для мага воды. Тогда я покажу тебе, как увеличить твою силу в бою. Так, его хук я очень хочу изучить. Ты живешь в городе? Я не был там уже много лет, приятель. Меня ничего не удерживало среди этих глупых и жадных свиней, живущих в этом квартале. В свое время я был довольно влиятельным горожанином, но это было давно. Ладно, пойдемте добудем эти таблички. Это что-то... Что-то с чем-то. Смотрите, какой любопытный квест нашли. Так, что за меч волка зуб? Волчий зуб. 45. Нехило. Наш-то бьет на 40. И, кстати, ему надо меньше даже силы. Так, ну хорошо. Мне нравится. Стрела, золото, стрела. Надо этих бандитов как-то выманить. Косяк болотной травы. Надо бандитов выманить. Он короткий. Блин, и правда. Тогда хрень широкий, возьму свой меч. Ладно, бог с ним. Тогда будете с нормальным мечом. Когда повторим банкет для сабов? Скоро будет банкет для сабов. Ну, сначала схожу в таверну, если вы не против. Здесь вообще-то пиво пьют наспор. Пещеру под мостом пропустил. Я потом, на обратном пути. Так, таверна, мертвая гарпия. Отлично. Орлан, джин, пиво. И что, можно брать? Пиво и джин можно брать. И пиво, и батон хлеба. О, мне нравится эта таверна. А, Рухар, вот ты, говнюк, джин тут мешаешь. Как здесь пиво? Не самое лучшее. Но в наше время не приходится особенно привередничать. Он думает, это так просто. Что ты делаешь здесь? Еще несколько недель назад вкалывал как раб на ферме Анара. Как раб на галерах. Я понял, что больше так не выдержу и сбежал оттуда. Теперь я сам себе хозяин. Все, что принадлежит мне, находится в этом сундуке. И больше мне ничего не нужно. Не хочешь посостязаться со мной? Так. А что это за состязание? Я называю это «Пей до дна». Ты что, стейгидрейтед бот? Мы по очереди заказываем по кружке этого превосходного пива, которое предлагает этот старый чудак. Каждую кружку нужно осушить до дна, так чтобы стол остался сухим
если ее перевернуть вверх дном. Выигрывает тот, кто дольше сможет держаться на ногах. Проигравший оплачивает пиво и став это. Как тебе это? Может быть, позже, когда я не буду так торопиться. В смысле, я хочу сыграть. Могу я поставить на кого-нибудь еще? Конечно. Если ты найдешь кого-нибудь, у кого хватит смелости помериться со мной силами, я приму твою ставку. Все кладут одинаковые ставки в горшок. Победитель забирает все. Размер ставки зависит только от размера твоего кошелька. Приведи мне кого-нибудь, кто осмелится помериться со мной силами, и я приму твою ставку. Полностью с тобой согласен. Я нашел человека, который хочет сразиться с тобой. Кто это? Рэндальф. Рэндальф Хвостун? Ну хорошо. Почему бы и нет? Пришли этого смельчака ко мне и сделай ставку. Ты можешь выставить его еще раз не раньше, чем через 2 дня. Кто знает, может тебе повезет, и он успеет протрезветь. Какова твоя ставка? Это действительно правда. 100! 100! Вот это уже мне нравится! И почему это меня не удивляет? Я возьму твою ставку и подержу ее у себя, пока состязание не будет окончено. Хорошо? Это действительно правда. Вот моя ставка. Хорошо. Но только не тяни. Приведи Рэндальфа побыстрее. Слышь? Отлично, чат. Сейчас заработаем дофига денег. Пойди туда, сделай это. Ой. Ой, мужики. Это научит тебя держаться подальше. Так, не стоило залезать в сундук чужой. Так, как-то надо подменить, короче. У вас есть идеи, как подменить в сундуке? Так. Ладно, Орлан, у тебя чё? Как Орлан да Блум, ты кто? Ты кто? Я Орлан, хозяин этой скромной таверны. Ты что-нибудь ищешь, чужеземец? Он сам бы никогда не. Может быть, приличный меч или хорошие доспехи? Ничего. Глоток вина или, может быть, тебе нужна информация? Я могу дать тебе все это и даже больше, если у тебя есть звонки и монеты. Просто послушай. Так, ладно, все. Я пошел спать. О, Барт! Ну-ка, давай слабай что-нибудь. С тех пор, как барьер вокруг исправительной колонии исчез, мы испытываем постоянные проблемы с бандитами. Удачного стрима. Да, предует с вами нос. Путь пальцем проложи средь шрамов ран суровых, чтоб наши слить пути судьбе наперекор. Диванический, спасибо большое за субскрайб. Бегусь крыжовник. Так, я пошел спать. Раз такие пироги, нам надо дождаться ночи. Опять то же самое. Какая странная тут, странная. Блин, я, походу, если не заплачу за комнату, не смогу тут посп... А, нет, смогу. Так, что тут? Не говори, не надо. Там какой-то ключ был, ща. Никто ничему не учится у меня. Как его взять? Послушай. Он слушает. Ключ забрал, хорошо. А спать где? Сам так решил. Как же они болтают. Ты действительно веришь в это? Ты действительно веришь в это? Какая беспечность. Ладно, пойду заплачу за комнату. Надо на ночи дождаться. Надо ночи. Я ничем не могу помочь. Никто ничего не хочет знать. Он слушал. Сколько ты берешь за комнату? Сколько ты берешь за комнату? Ты платишь 50 золотых монет в неделю, и комната твоя. Я слышу. Можно за ночь. Черт побери, как дорого-то! Тогда попробуй поискать ночлег в другом месте, дружок. В наши дни? Даже не знаешь, кому верить. Сам ты начали... Так, ладно, уходим. Ну, ночь почти на дворе. Они наверняка сейчас спать пойдут сами. Мне не обязательно платить тут. Давайте подумаем, как с бандитами разобраться.
Так, куда указатели? Харинис, лендлорд Харинис. Харинис, а, к монастырю. Рохан должен сидеть на лавке снаружи. Ну, я не знаю, как этого добиться. Ну, будем стоять. Я ополченец. Я бодигард. Не знаю, охраняю их. Что, теплом, зараза? Нажми C, будет написано, сколько времени. Не написано. Здесь не написано. И на C ничего не написано. Там с теткой какой-то поговорить, можно спать с коровами. Это меня не смущает. Ты можешь присоединиться к кольцу воды, все равно нужно по сюжету, и тогда не нужно будет ему за кровать платить. Но это не бежать назад. В дневнике время указано. Время 21:45. Ну ладно, стоим, ждем. На Ян время, где квест? Квесты на Джей. Ребят, держу в курсе, Минком связи. Давайте пока сейчас с вами общаемся. Мы стоим караулем. Так, Минком связи Госдумы призывают скорее перейти на автономный Рунет. Еще депутат... один грязный донат. Дай другое предсказание. Что? Ладно, я заглядываю в будущее, вижу там контент, контент, восхитительный контент в ближайшие несколько минут на стриме. Стример стоит на месте, у него горит факел, и он читает чат. Прекрасно. Такое предсказание сойдет. Минком связи Госдума призывает скорее перейти на автономный Рунет. Депутаты госоргана призывают немедлить с принятием скандального закона об автономном Рунете. Он даст Роскомнадзор сверхполномочия, расплачиваться придется оператором связи и пользователям, уверены эксперты. Ну, надо просто скачать весь интернет сейчас, забэкапить, и все, и можно спокойно переходить. Так, отлично, этот сваливает. Видите, чат, не так долго пришлось ждать. Кто это? Кто это? Рухар. Рухар ушел посидеть. Отлично, он на лавочке. Делаем сейв. Так, и врываемся. И это правда. Так, а джин золото, забирать ли золото? Надо ему отдать воды. Я ничем не могу помочь. Вода. Все, я подменил. Ну, надеюсь, но я бы золото тоже хапанул, конечно. Давайте на всякий пожарный сделаем сейф, да, и... И взломаем еще вот этот сундук. Он сам так решил. Я слышал другое. А! Так, уходим. Лучше не буду. Мы что-то серьезно забрали сундук бармена. Какой бизнес? Вот это я, блин, я реально, вот гильдия воров меня за это зауважает. Как дела в таверне? Как дела? Бывало и лучше. Ну, конечно, тебя обчистили. Люди не так охотно развязывают свои кошельки, как это было раньше. Я тоже так считаю. Конец. Да пока я ничего на эту тему не слышал тоже в новостях, это... Что-то на уровне безумства какого-то. Так, а, пойдемте на ферму, там переспим с коровами, разгоним разбойников завтра и вернем таблички и получим еще соточку за то, что поставили на пьянчугу нужного. Все, прекрасно. Короче, на Хабре уже было и не раз. Ну и будет не раз. Пока нет смысла, наверное, переживать. Хотя, может быть, и есть, а может быть, и нет. Сложно сказать. Но у нас есть более приземленные проблемы. Например, просмотр машин. Что с ними делать? Как их поднять? Вот это вот вопрос. У вас сейчас весь интернет открыт, а просмотров в машине, как при автономном интернете. Так что сундук... Давайте уберем пока факел на всякий пожарный.
Давайте сделаем тут сейв. И давайте возьмем из сундука у Акилы что-нибудь. А, у него там ничего нет. Все, заходим. Спим, в смысле. До утра. 10 была не кровать, а Акила. Ор, когда заблочит интернет, то стримить на Одноклассниках будешь? Ну, кто-нибудь сделает свою платформу, там и будем стримить. Чё мы... проживем нормально. Все хорошо. Единственное, наши латвийские шпроты пропадут. Вот это будет обидно, конечно. Так. Байтим их. Потихоньку, потихоньку. Так, а чё, фермеры не на работе, что ли? Мужики, я это, работяг привел. Смотрите, сколько. Ох ты, устроили тут, конечно, махач. Да что ж со всех сторон-то? Я Акилу ударил. Ой, мне конец сейчас. Лучше я сразу закончу. Надо их лутать быстрее. Шпагу! Шпага бандита! Шпага бандита! Ах ты, сосунок! Я у тебя даже золото с собой нет. Оружие. Подожди минутку. Да уйди ты. Так, отмычек у них полно. У кого таблички-то? Я пока одну табличку только нашел. Кольцо. Шпага-бандит. Еще одна шпага. Блин, а где таблички? Че, еще что ли бандиты остались? Или у них какой-то сундук там? Ну ладно, идемте дальше. Оглядываться можно на R, попробуй. Кстати, да. И какая вот такие, как Орк, также про понижение торговой пошлины на покупки за границей говорили, типа, бред и не будет. Так, ну, бред, да. Ой, тихо, блин, я там засейвился или нет? По-моему, я не засейвился. У меня проблемы, чат, у меня проблемы. Так, ушел. Господи, я чуть было все не заруинил. Так, все, сделали сейв. Ой, это плохой сейв. Я так на горе какой-нибудь в итоге окажусь. Блин, у нас 849 золота. Я что-то себя наконец-то стал гражданином нормальным ощущать. Дайте похлебку. Во, прекрасно. Так, все, делаем сейф и пошли. Пойдемте. Сейчас мы вернемся на ферму еще, не переживайте. Такое лицо тупое, конечно, бандит. Уж простите, не знаю. Может, у кого-то в чате такое же лицо, но если у вас оно такое же квадратное и низкополигональное, то тяжелый сук. Ах, а вот он, скотина, у него было две таблички как раз, недостающие. Ну и все, и все. Это было просто. Так, интересно, он горит в огне? Нет.
сундук. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Еще один грязный донат. Раз. Два. Ты не гражданин, но я знаю, куда. Фу ты, блин. Брать. В моем деле другой лейтмотив. Ты платишь, чтобы платить, чтобы дальше платить. Спасибо, спасибо, я не гражданин. Это все, что я понял. Ну да, там что-то платить, что платить. Ну это вроде из машины мы какой-то, ну какой, сложно так сказать. Урчи, ты могешь в английский? Я буду дома доучить его до приличного уровня, чтобы не только понимать, как с частной мочи хлебушка купить и валить далеко-далеко. Ну, нет смысла, мне кажется, его прям изучать. Вот прям так скрупулезно, живя в стране, где никто не говорит на этом языке. Понимать его, в принципе, достаточно. Имхо. Так, мужик... А если все равно куда-то переедешь, то за пару месяцев уже и научишься говорить как миленький. Так что жизнь рассудит все, а пока сколько дальше. Сколько денег тебе нужно для этого состязания? 10 золотых. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рухаром. Правда. Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Еще увидимся. Да там, знаешь ли, я тоже нехило деньжат-то оставил. Так, похлебка, колбаска, хлебец. И все, пойдемте. Он ведь идет в таверну, как я понимаю. Орка на альт лутать сразу стопками. Да, точно. Ну там на пробел можно сразу лутнуть. Все, я уже понял, просто не могу привыкнуть. Блин, как же он медленно идет. Ну, очень медленно. Господи, ну Рэндальф, ты можешь быстрей? Ну, ты задерживаешь весь стрим. Тут люди сидят и контента ждут. Ты контента не генерируешь. Летящей походкой ты вышла из мая. Ну, я понимаю, у него сейчас идет битва, вот это вот литербол, но... Кстати, ладно, я за ним пройду только ради того, чтобы увидеть, какой же альтернативный путь в таверну есть. Короче, для тех, кто в записи смотрит, вот с этого момента можете перематывать. Да, вот с этого момента мотайте, те, кто в записи смотрит. Кто в прямом эфире, они, к сожалению, вынуждены страдать и смотреть до самого конца. Но те, кто смотрит записи, там ничего интересного не будет. Он будет дальше идти, поэтому мотайте, пока мы не придем в таверну. Сейчас, боюсь, жук накинется и в итоге будет... Будет проблема. Так, шпага бандита. Интересно, а почем... сколько за шпагу бандита... Сколько силы в шпаге бандита? Шпага бандита 40. Необходима ловкость. Фигня, короче. Не пытайся что-нибудь выкинуть. В смысле? В смысле? Ты чего? Ты куда? Мужик! Мужик! Ты что, издеваешься, что... Ты чё? Ты чё? Ты совсем с ума сошёл? Ты просто отмотал наше время назад? Так, люди, которые сейчас смотрят записи, учтите, ничего не произошло. Он просто... Вы не в ту сторону отмотали. Мотайте вперед. Там таверна, там контент, и здесь мы просто идем вперед. Шпагу не продавай, только шпаги квестовые. Так чё, их все оставить, все три, что ли? Так. Я ухожу отсюда.
Пошел ты в задницу, идиот! Господи, какой придурок-то невыносимый! Опять, что ли, таракана испугался? Он прям как ИГИЛ, ей-богу. Как увидит этих тараканов, сразу бежит. Е-е-е! У нас есть левел-ап зато. Куда он, кстати, припустил? Где он теперь? Ой, слушай, Рухар, иди в жопу, просто, он просто исчез, все. Ладно, пробежим там, он же туда шел, значит, там есть проход к таверне. И нам нужно мужику отдать таблички. Все, будем надеяться, ничего не произойдет. Жука с размером, размером с корову любой бы убежал. Ты чё так бояться? С вами же я, контент-мейкер. А, и правда тут, кстати, до таверны рукой подать, если так оббегать. О, ну это намного лучше, чем вот тот путь, который мы наматывали. Это не вход. Короче, поищи кладбище с пещеры недалеко от таверны. Да уж, доставил ты мне проблем. Теперь мне нужно быть поосторожнее с Рухаром. Почему? Пока он устраивает здесь это свое состязание, лучше, чтобы никто посторонний не знал о нем. Это плохо для бизнеса, понимаешь? Чё ты несешь? Ну что, кто побеждает? Ничего интересного не произошло? Ничего такого, о чем бы я знал. Никто ничего мне не рассказывает. Никто ничего не хочет знать. Мне кажется, я наоборот нашему жизнь усложнил, пока заговариваю зубы. Ну ладно, давайте смотреть, кто из них выиграет. И сделаем день тут сейф. Да заменил я джин на воду, заменил. Вернее, я убрал джин и добавил воду. Я не знаю, меняет ли это джин на воду. Так, я пока сам с ними попью пивка. Я лучше не буду вмешиваться. Он сам бы никогда не додумался. Так, не ищи кладбище с пещеры, куча травы, всякого прочего. Если он этого... Ну что, давайте. Теперь сутки промотни, господи. Ты что же за квесты такие? Ладно. Я пойду тогда, пока сдам задание этому мужику. Там алтарь. О, кстати, алтарь. Там вроде дают рандомные характеристики, да? Да, если им помолиться. У меня-то золота теперь полно, можно... Так, и крысы! Видите, видите? Сила света, святая сила, боги защитят. Когда верующий молится, никто к нему не прикоснется даже. Помолиться. Я жертвую 100. Сила плюс 1. Так, я жертвую 100. В смысле благодарит? Дай мне... Так, подождите, он всего один раз мне дал характеристику. Я ему 300 золотых оставил. Один раз в день. Ай, блин. Тогда давайте загрузимся сейчас. Ладно, хорошо. Я не хочу просто 300 золотых оставлять. Сейчас. Давайте поболимся, заберем нашу прибавку к характеристикам и возрадуемся. Благодарит, главное, Иннос. Деньги отдай. Благодарный он такой. Ты знаешь ли, Иннос не стример тут, чтобы тебе донатили, а ты такой спасибо и все, мол. И ничего не должен. Смотрите, смотрите. Оп! Сила божественная. Так. Все, сила плюс 1. Хорошо.
Арчиприя, ты пошел самым простым путем солдата? Сколько тебе заплатили за то, чтобы ты постримил это старое? Если б мне за это заплатили, я был бы так счастлив. Но... Ну, знаете, и без этого мне удовольствие доставляет. Я, на самом деле, давно не получал... Ты никогда не обгонишь меня. Я тебя уже обошел. Почему? Бла-бла-бла, я тебя не слышу. Я не слышу тебя. Бла-бла-бла-бла-бла. 1111. Я скорость света, ты жалкая улитка. Я лечу, ты ползешь. Я впереди, ты позади. Я обогнал тебя, Шпрот, обогнал, и тебе уже никогда не достичь моих результатов. Насчет этих каменных табличек. У меня есть несколько штук. Спасибо тебе. Этого достаточно. Маг воды получит то, что я обещал, и я смогу наконец вернуться домой. Конечно же, я тебе заплачу. Я иду домой. Если хочешь, можешь пойти со мной. Когда мы доберемся до моего дома, я смогу продать тебе некоторые вещи. Одним больше. Шпрот, меньше. Спасибо за 18-й месяц. Тебе летит гусь. Летит гусь, догоняй, его так зовут. Без него ты никак не сможешь. Тони, спасибо за 13-й месяц. Вот тебе гусь. Вот тебе гусь, Шпротлох. Так вот его зовут. 13-й месяц. Спасибо большое. Так, чит. Мне надо где-то скоротать месяцок. Да, денек. Ладно. Видимо, на ферму Акила опять возвращаться. Почему нельзя как-нибудь побыстрее, как-нибудь припустить, там спринт заюзать? Почему только наоборот замедлиться можно, а не ускориться? Вообще, давно хотел посмотреть стрим по готике. Спасибо. На месте Шпрота я бы расплакалась, орк. Ну, кто виноват? Вот, понимаете, мы со Шпротом, это как вот эти парни в баре, которых мы только что в таверне, которых оставили, и каждый из них пытается выпить больше, чем другой. Но, очевидно, победит только один. И вот в нашем случае этот победитель уже есть. Это я. Я победил. Шпрот проиграл. Он не догнал. Он опоздал. Еще один грязный донат! Арчи, может, ну его этот Mass Effect? Есть же замечательный Котор и Котор 2. Котор хороший, конечно, но там... Но я не люблю пошаговые всякие игры. С пошаговыми боевками. А в Которе, насколько я помню, и боевка как раз пошаговая. Поэтому, да и ладно, у нас и так слишком старых игр полно. Надо что-то и посовременнее. Еще один грязный донат! Арчи, а шапка петуха предусмотрена, если ты умрешь глупой смертью? Хотя о чем это я? Конечно, предусмотрена. О, Коматос, о, спасибо за 5 подарков. Спасибо. Ну что ж, у нас есть такая традиция, если кто-то дарит рандомное количество сабов, то мы тогда читаем топ чего-то в таком же количестве, в котором эти сабы были подарены. В данном случае 5 сабов, мы читаем топ-5. Чего-то, чего-либо. Вот, например, что мне предлагает Google. Топ-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке. Нет, это неинтересно. Давайте топ-5. Россия вошла в топ-5 регионов, показывающих самый большой рост интереса к Формуле-1. Топ-5, топ-10 необычно составлен. Топ-5 иномарок. Топ-5 новостных, 400 человек на льду, причем тут топ-5. Так, топ-5 событий российской политики. Китаец с секретами, топ-5 малоизвестных фишек, кроссовера Лифан, а нет. Топ-5 курортов Черногории. Топ-5 стран для скучающих по морю. Во, давайте, сейчас время такое, уже надо выбирать летний тур, поэтому...
Поехали. Итак, первый гусь Пхукет летит. Летит кому-то, в общем, в общем, вот, да, в Пхукет, топ-5. Далее, топ-4, значит, Вородера, что-то, это Мальдивы, видимо, Мальдивы. Так, дальше, следующий гусь, Сейшелы. Сейшелы, Коматос, вот такие люди, как Коматос, могут себе позволить отдых на Сейшелах. Куба, кстати, предлагают тоже отдохнуть на Кубе, но там ром-то точно наливают, вот. И Объединенные Арабские Эмираты замыкают наш этот замечательный топ. Ну, как-то скучно, я надеялся, что-то интересное будет, бюджетное. Там, Казахстан, что-нибудь поближе, породней, познакомей. Куда я бежал? А, я бежал... Куда я бежал? Я запутался. Короче, да, отдыхайте. Все, мы на ферме. Все, отдыхайте, отдыхайте. Спасибо, Коматос. Понятия не имею, скажи мне. Так а чего они пьют-то до сих пор? Ну, в смысле, а где... Я же поспал до утра. Что-то я не понял. Двое суток. Да вы издеваетесь, что ли? Ай, мне ж мужик обещал суперудар. А где он теперь? Кто-нибудь запомнил, как его зовут? Блин, а где он теперь сидит? Пойдемте суперудар у него выучим. Он же обещал. Как зовут его? Где он тусит? Нет, не Сайтама. Это не я. Если бы он меня обучил, то это было бы хорошо. Он по пути к наемникам. Он теперь наемник. Он возле озера на пути. А где путь к наемникам? Ферма Анара. Где, блин, ферма Анара? Таверна. Харинес. Где ферма Анара? Таверна. Харинес. Маяк. Таверна назад, обратно в доме возле наемников. Лендлорд. А, в сторону лендлорда. Ладно, суперудар это плюс один к силе. Вначале лучше не брать. После 60 начинаешь собирать, чтобы не тратить много очков. А, так он просто тебя учит характеристикам, что ли? Он же обещал суперудар. Блин, ладно, давайте на всякий пожарный сделаем тут сейв. И сходим к этим наемникам ядрить их. Ну, если это просто характеристики, ой, все, пошло оно в задницу. Давайте лучше помолимся у Инесса, раз мы тут недалеко. А, бесплатную единицу к силе. Ну, тогда пойдемте сходим. Заодно к Инессу забежим, и он нам тоже даст бесплатную единицу к силе. Ой, хорошо. Прекрасный день намечается. Когда-нибудь мы обязательно закончим первую главу. Ой, господи. Так, лендлорд в ту сторону, но сначала сюда. Так, алтари Инесса. Ловкость плюс один, спасибо, спасибо. Лучше потом возьми, там потом улучшать очень дорого. Если вы предлагаете мне потом, чтобы сейчас не тратить вот этот замечательный халяву. Ладно, это звучит разумно. Ну тогда пойдемте тогда... Я не знаю куда, в Харинес и выучим... одноручное. Вы точно уверены, что одноручное лучше двуручного? Мне точно прокачивать одноручки? Орк-мечтатель закончит первую главу. Да в смысле мечтатель? Я сейчас могу ее закончить. Для этого надо всего лишь с Хайгеном этим поговорить, и все. Магия точно лучше. Да какая магия?
Это свитки эти покупать, это... Ой, это ману восстанавливать? Нет, это для других людей. Для другого прохождения. Вот будем играть в Готику 3, там сделаем магический билд. Или в Готике 1. Посмотрим. В какую Готику мы будем играть и какой билд там соорудим. Так, магия огня, магия... Ясно. Где 5 очков потратим на одноручки и 5 очков на... Чё там, чему обучать они обещали? Краса или что-то типа того? Хотя, в принципе, краса не обязательно, если мы умеем прыгать. Абсолютно нелепо. Так, Ренгару, Барток... Да, что-то двуручка мне не особо понравилась, поэтому давайте и правда в одноручки вкладываться. Так, кто из вас тренирует одноручным? Ты, Вольфгар? Начнем обучение. Начнем обучение. Во, одноручное оружие. Так, проверяем. У нас одноручное оружие новичок 15. А может, сразу все в одноручном? Может, не надо этих гильдий воров? Чё там они меня красы и карманные кражи? Блин, мне просто очень не хватает нормальных сражений. Я очень много времени трачу на... Ладно, давайте все очки потратим. Возвращайся, когда у тебя будет больше опыта. Я еще сделаю из тебя отличного воина. Да спасибо. Ладно. Теперь у нас есть двуручки 20%. Ой, одноручки 20%. Ну хотя бы что-то, наверное. Ты, курк, иди в, или в монахи. Можно и в монахи, можно и... Орч, так редко стримишь, в смысле? Мы уже 3 дня подряд сидим в эту готику. Рубим. Так, я пошел спать. Еще 10%, и мувсет изменится. Во! Нужен еще один левел. Так, сколько там надо прождать? Еще одну ночь проспать? Чтобы эти парни в таверне наконец закончили свой квест. Кстати, Орк, подойди к этому учителю между 5... А чё он тут стоит? Ой. Эй, ты! В логове все в порядке? В логове все в порядке? Я давно уже не видела их. Я, пожалуй, схожу туда, когда у меня будет время. И проверю, как у них дела. Да, но тебе лучше не говорить об этом. Так, хорошо. Давайте закончим с таверной эту эпопею, хотя там бегать, конечно, кучу времени. Ну что поделать? И будем уже, наверное, не знаю, в высший город двигаться, потому что это... Ну, плюс-минус все такие прям основные квестики. Ну, мы левел хотели поднять. С утра к нему подойди, халяву плюс-плюс. Вот сейчас сколько у нас? Ну, надо ночь ждать, я так понимаю. Между 5 и 7 это только дождаться время. Кстати, есть такая фишка, если к казарму подойти с 5 до 7 утра, бесплатно обучить на +2. Ну ладно, ладно, ладно. Так и сделаем. Только закончим с таверной. Вернемся обратно, потом переспим и будем стоять и коротать ночь. Я не знаю, каким образом, но будем ждать 5 целых минут. Или как тут время течет, небось, как-нибудь минута раз в 5 секунд. Или что-то типа того. Плюс, плюс. Спасибо, спасибо. Да, так. Кого забанить выявили, можно приступать.
Арк, привет, почему я решил перепройти готику? Ностальгия, да. О, кстати, можно Инносу помолиться, раз уж у нас новый день. Новый день, новые молитвы. Никогда таким еще прям верующим не был, но здесь я ценю каждое мгновение у алтаря. Так, помолиться. Сила плюс один. Ой, Инос, ой, спасибо, ой, услужил. Ну, Инос, ну, человек, просто пароход. Так, там Кура рядом. Ну, вернее, Коко. К тому же Иносу я и служу, я же ополченец. Это мой бро. Вот ты где, наконец. Я ждал тебя. Что случилось? Состязание, кто кого перепьет. Наконец-то закончилось. Кто победил? На этот раз Рэндаль. Рухару нынче не повезло. Я надеюсь, это было в последний раз. Я не хочу, чтобы подобное повторялось в моем доме. Заруби это у себя на носу. Так, а стой, Рухар или Рэндальф, как тебя там? Подожди минутку. Похмелье? Нет, я чувствую себя отлично, правда. Все, наконец, получилось. Спасибо еще раз за деньги. Вот, получи их назад. Похоже, Рухар не скоро еще оправится после этого. Да-да, а еще он мне денег должен. Где, кстати, этот Рухар? Рухар, деньги давай. Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Вот твои деньги. И больше я ни слова не скажу. Ты действительно веришь в это? Ха! Это удачное вложение. Это как биткоин, только нормально. Орк, а будешь стримить Sell Outlast Ark от Mail? Тут-то 3 года не дадут, наверное. Чё? Ну, никто не предлагает пока. Sell-out, они такие, они редко приходят. Ну что, все, с этим завершили. Ферме всем помогли. Опыта нам, по-моему, надо до хрена еще. А, нет. А, тут опыт не сбрасывается. То есть не с нуля надо качать. Надо просто докладывать, так сказать, в общую корзину сверху опыт, и тогда получится. Но все равно, да, далеко еще до следующего левелапа, поэтому я думаю... Имеет смысл действительно халявное лучшее обучение получить. А там, наверное, все-таки сходим в верхний квартал. Надо контент немножко разноображивать все-таки под конец нашего прохождения. А то мы так никогда из первой главы не выйдем, и все будут надо мной смеяться. И говорить, ты даже не гражданин. Вот это вот все. Но неплохо, неплохо все равно. Один левел за стрим. Сразу видно профи. В верхнем квартале можешь кровавые кубки воровать. Кстати, да. Надо заняться кражей этих кубков. Точно, сейчас мы ляжем спать и ночью проснемся и пойдем в верхний город воровать кубки. Гениально. И как раз время скоротаем и заодно сделаем квест для гильдии воров. Ой, идеально. 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 Будешь проходить ремейк RE2? Ну, до него еще что-то там около недельки, так что пока живем. Ну, посмотрим, может, пройдем, может, поиграем просто. RE2 — это хорошо, но готика лампово. А RE2, он калит, он просто будет неистово доставать вот этими вот головоломками, поисками ключей и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Так, у нас есть... Смотрим время. Время полночь. Ну да, мы же спали до полуночи. А, смотрите, у него, оказывается, посетители все-таки бывают к концу дня. Я не верю, что это что-то изменит.
Я слышала другое. Ну хорошо, что по той демке, которую мы видели, Resident Evil, хорошо, что хотя бы в этот раз... Сейчас возьму факел. Хотя бы в этот раз не будет вот этой бесячей, доставучей анимации открытия дверей, потому что в первом, по-моему, ремейке она осталась, и кто-то подсчитал суммарно за все прохождение, там примерно 1.5 часа только открываются двери. Так, все. Готовы? У кого здесь, собственно, воровать кубки? Лота. Опять ты! Теперь я гражданин одного из мастеров. Так тебе все же удалось получить доступ в верхний квартал. Похоже, ты полон решимости добиться своего. Да, есть вещи, о которых ты всегда должен помнить. В противном случае ты будешь вышвырнут отсюда так же быстро, как попал сюда. Тебе можно входить только в дома торговцев. Ты узнаешь их по вывескам над дверьми. Тут тяжело ошибиться. Другие здания здесь принадлежат знатным горожанам. Там тебе совершенно нечего делать. Будучи членом ополчения, ты также получаешь доступ в покои паладинов. Но твое место по-прежнему в казармах. В этом квартале живут знатные горожане, так что относись к ним с уважением. Мы поняли друг друга? Конечно. Где я могу найти лорда Хагена? Он в ратуше, в конце верхнего квартала. Но тебя не примут там без веской на то причины. Я доложил лорду Хагену, что ты желаешь поговорить с ним. И? Что он сказал? Он никогда не слышал о тебе. Конечно, нет. Ты сказал ему о драконах? Разве я не говорил тебе, чтобы ты прекратил нести этот вздор? Ничего интересного не было за последнее время? Ты должен зарубить себе на носу. В качестве члена городской стражи в твои обязанности входит поддерживать в городе закон и порядок. Да. Я об этом и говорил. Я власть в этом городе. Так, ну что, подсказывайте, куда, собственно, топать, где искать кубки. Хлеб, мед, молоко. Извините, я просто... Я просто пытаюсь двигаться бесшумно максимально. Вот у него есть где-нибудь тут? О, вижу кубок, кстати. Пока, мужики. Так, отлично, отлично, отлично. Все. Дом Гербранта, второй этаж в сундуке. Я уже хорошо себя веду, как член ополчения. Так, теперь сходим сюда. Тоже не шумим. Сколько их там было? 6 или 5? Где нужен кровавый кубок? Ай, блин, точно. А ну вон, может быть, золотой кубок. Черт, это не тот кубок. Так, ага. Вот, значит, делаем тут сейв. Сейчас будет комбинация. Значит, Ой, не влево. Да, да, извините, извините, но вор-попрыгун иногда ошибается. Тоже можно понять. За чтение статы дают. Ну хорошо, почитаем. Кровавый обычно в заныканных сундуках и закрыты ключами. О, мужики, спите, да, спокойно. Так, чмо. Да, чмо. Значит, вправо, 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 право, лево, право, право, лево, право, право. Право, право, лево, право, право, лево.
Отлично, корова, кубок и 100 этих. Сколько у меня еще отмычек? Надо проверить, а то будет грустно. 11. Нет, давайте перезагрузимся. Надо сэкономить. Право-право-лево, право-право-лево. Что-то типа того было. Право-право-лево, право-право-лево. Ладно, чат, вы должны запоминать. Запоминайте. Иначе бы никогда. Давайте ППЛ, вот как-то так. Типа ППЛЛ. Право, право, лево, право, право, лево. Вот, в этот раз можете выдохнуть. Все, вор-попрыгун уносит свои ноги отсюда. Так, отлично, один кубок у нас есть. Сколько их, блин, считать, точно забыл. Сколько там кубков всего? Дом Валентина, это соседний. Нужно нажать на потайной рычаг на втором этаже. Чаша в сундуке, сундук в нише. На первом этаже ключ от сундука у Валентина. Отнять, украсть. Блин, ну мы не знаем еще, как красть. Так, мы почитали. Путь воина, лучшая защита, хорошее нападение. По крайней мере, когда дело касается зверей, бесполезно парировать атаки зверей. Лучше держаться на расстоянии. Угу, комбинации. Ага. Ясно, ясно. Все, теперь проваливаем. 25 опыта, да. Оп. Если не ходить по земле, не будет звука от шагов. Поэтому нужно прыгать. Тут такая логика. Так, не ищите логику. Это хардкорная игра. Дом Валентина, соседний. Потайной рычаг. Но я не знаю, как у Валентина отобрать его отмычку. Так, я уже по привычке везде перемещаюсь. Так, здесь обычные кубки. Один из кубков, кстати, в порту ростовщика Ламара, так что верхним их 5. Так, это же Валентина, нет, это горожанка. Ну ладно, тогда заберем у нее обычный кубок. Это не рычаг. Просто пока меня не обучили карманные кражи. А у меня нет очков на обучение. Так, дом Валентина. Вот этот может быть. Да, но если я побью Валентина, понимаете, побью. У меня же нету заклинания забвения. Блин, это был рычаг? Так это же не Валентина. Черт. Ну и сложно, конечно. Ладно, тогда активируем этот рычаг. Не понял. Что рычаг-то здесь? Ну где рычаг? В Адоне версии 2.6 встречается баг. Лампа рычаг не поворачивается. А, все. Так, я так понимаю, на первом этаже открывается. Все, понял. Так. А вот и, видимо, сундук. Делаем сейвик. Здесь мне нужен ключ. Ну хорошо, ключ у Валентина. Осталось найти Валентина.
и избить Валентина, как вы мне рекомендуете, но, правда, мне за это по башке-то дадут. Сейчас, надо посмотреть, есть ли у меня заклинание забвения. Но у меня нету его. Марк, можешь тебе ссылку со всеми кубками скинуть? Охлёбка. Пойду почитаю пока. Кстати, что там по времени? 2 часа. Еще рано. Так, книжный стенд, бла-бла-бла. Остров, портовый город Харинес. Ладно. Судьи придется воровать ключ, так что кражи по-любому надо. Для этого нужен левел ап. Так, ладно. Посмотрим, в этом сундуке есть. Или нет. Саб 5, запомнили? Так, право. Блин, лево, право, право. Лев. Так, лево, право, право, лево. Там что-то такое было. Льтины в кабаке у Карогана. Но его можно подкараулить утром по пути в верхний квартал. Так, лево, право, право, лево, право, лево, право, право, лево. Оп! Ладно, почти мы смогли. Там еще раз право надо добавить. Лево, право, право, лево, право. Скоро справимся, скоро откроем сундук. Лево, право, право, лево, право, лево. Блин. Лево, право, право, лево, право, лево, лево. Черт, у него нет кубков. Ладно. Ну, неважно. В конце концов, пошел в задницу. Слишком богат. Я к тебе дочь проберусь, краду у тебя все посуду. Если спалишь меня, то я просто перезагружусь, ты меня не поймаешь. Понял. Зайди в мэрию, там кубок прямо на комоде лежит. Но мне все равно не получится до конца. Так, ладно, что такое мэрия? Впереди ратуша, это я помню. А где тут мэрия? Вот это может быть мэрия. Эй! Хлеб, молоко, мед. Мне интересно, а этот мужик снаружи не понимает, что я захожу в дома к людям наглым образом и читаю их книги, вот что сам. Я книжный воришка. Так, охота и трофеи. С каждого зверя можно получить трофеи. Хорошо, вон же кубок. Да кубки, они другие, они в сундуках. Это типа кубок, но не тот, который нужен нам. Вроде. Ну ладно, сейчас все равно пройдемся. Чё-то музон залип. Одним больше, одним золотой меньше. Кубок. Ну, ладно, в конце концов, утешительный приз. В конце концов. Одним больше, в конце концов. Одним меньше. Черден, спасибо большое за 16-й месяц. Лови гуся, которого зовут Кубок. Куку Санрайз, спасибо за 14-й месяц. Тебе достается гусь Сейф Лот. Величайшая тактика, по которой можно пройти все квесты в Готике. Так чё, где мэрия-то у этих ребят? Может быть... Стой! Только люди, состоящие на службе у короля, могут войти в ратушу. Ну? Я состою в ополчении. Хорошо, ты можешь войти. Мэрия — это ратуша. Ладно, и где тут тырить? И как я могу тут стырить что-то? Приучить что-то на каждом шагу, эти солдаты стоят.
дело. А, ой, ой. Понятно, тут кто-то спит. Все, понял, понял. Три утра, еще два часа надо скоротать. Так, ладно, давайте пока поговорим с этим. Хейганом, Хойганом, Харкан. Нет, нет, не хочу. Пойдемте лучше. Стырим кубок. Ха! Ха! Хей! Так, записывайте, значит, ключ от сундука. Может, еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Сундук. Блин. Это было лево. Значит, право, право, право. Право, 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 право. Право, 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 право. Все право. 50 золот. Ну, в общем, ппппппппп. Ппппп. Так, Лариус. Не вижу сундука. А, это неписи или это доспехи просто? Нет, слава богу, доспехи, а то было бы очень странно мое поведение. Не надо с Хагеном говорить, потеряешь много квестов. Ну вот я примерно тем же руководствуюсь, что не хочется первую главу заканчивать, пока мы не пройдем самые крутые, интересные вещи. Так, это мы уже читали про остров. Мой остров в океане. Да. Оп! Золотая чаша, золотая. Может быть, вот этот кубок кровавый? Я на всякий случай засейвлюсь, а то кто его знает. Ой, нет, так, вот и я о том же и думал, что могут такие проблемы возникнуть. Ну что ты спиной видишь, что ли? Надо просто прокрасться, прокрасться. Вот, смотрите. Сейчас мы выйдем, а потом войдем. И он ничего не заподозрит. Это будет максимально стелсово. Короче, я его не одолею, чат, при всем уважении, но верхний город это нам не в нижнем вот это вот зависать. Короче, сейчас выйдем совсем из дома и потом зайдем, и тогда все точно будет нормально. Вот этот Корнелиус. Сначала почитаю все книжки, конечно. Блин, охота и трофей это было. Повторы одни. Одни сплошные повторы. Так, я книжный стенд. Во. И тут повтор. Ладно, все, уходим. Хотя можешь с ним поговорить, чтобы он отлип хоть чуть-чуть. Послушай, у меня нет времени на болтовню с тобой. Рекомендую еще первую КП. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Рекомендую продлять саб дальше. Так, все, потупили, заходим. На всякий пожарный делаем день тут сейвик. И все, мы проникаем в город без шума, да. Мы — это мышь, крадущаяся во тьме. Мы — ночь, мы — мантия-невидимка. Да ты задолбал, слушай, ну что за урод?
Он просто меня калит. Так. 3.41. Надо как-то подумать, как мы тут можем. Орк, время. Ну, в смысле время? Он 3.41. Ладно, я все равно пока больше ничего не могу делать. Мне надо скоротать еще 1:20. И халявные очки мне доступны. А потом я дождусь следующей ночи, крадусь туда и все. Достань оружие при нем, чтобы он забудораживался. Вы думаете, он залип? Ладно, попробуем сейчас еще разок. Блин, верхний город тоже забавный. Здесь надо побродить. Сыпи его чем. Я не буду покупать свиток за 100. Меня это бесит. Каждый раз платить по 100, когда я пытаюсь куда-то продикнуть. Я обучен супер бесшумной ходьбе. Так. Есть. Блин, я даже не знаю. Давайте тут же засейвимся. Да ну в смысле? Ладно. Стража! Нормально все. Ща пробежим, и они не заметят даже меня. Даже не пытайся воровать тебя. Так, они не подойдут, не успеют. Не успеют. Смотрите, смотрите. Я просто встану и поднимусь, и все заберу обратно. Никто... Во, видали? Конец. Так, где мой меч? Он где-то тут. Кто-нибудь видел мой меч? Блин, тут где-то должен быть мой меч. Так, а кубок-то у меня? Стой! Ты обвиняешься в воровстве. Пока не доказано обратное, ты не можешь войти сюда. Иди к лорду Андре и урегулируй этот вопрос. Да, но вы забыли... Если ты сделаешь еще шаг вперед... Мужики, оп! Ой! Так, а тебе с ними шутить, в общем, плохо. Так, короче, я сбегаю на базар, я куплю усыплялку и вернусь и заберу этот кубок. Все, план есть. Так что все, действуем согласно указанным инструкциям. Побежали. Меч терять не надо. Так, мы ничего ни у кого не воровали. Мы даже не тронули. Попробуй присесть. Да не могу я присесть. Я не знаю еще приседаний. Я не учился этому у гильдии воров. Гильдия воров меня кинула. Вернее, они требуют очки, но я не могу. Не забудь про кубок у Лемара. Его круче, легче стырить. Точно. Пойдемте к Лемару заодно заглянем. То уже потихоньку расцветает. Так, 4.13. Уже скоро можно будет заявиться. Так, Лемар здесь, да? Золотой кубок. Серебряное это. Я так понимаю, в этом сундуке, поэтому делаем тут сейф. Лево. Лево, право, право. Лево, право, право, лево. Лево, право, право, лево, право. Так, а теперь все это переигрываем. Мне нужен этот пароль. Давай, Аши Самурай, лево, лево, право, право, лево, право. Прекрасно. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо всем, кто записывает. Двум людям. Лево, право, право.
лево-право. Хоп, до свидания. Понимаете, я, может быть, и закон в этом городе, но в то же время я и законотворец, так сказать. Я сам устанавливаю себе законы. Если мне нужны кубки, значит, все должны скидываться мне кубками. Ну, знаете ли, людей тоже в жизни никто не спрашивал, хотят ли они снижать беспошлинный ввоз до 500 евро в месяц. Взяли, ну, надо было людям, чтобы снизили. Они и снизили. Вот, и я, мне нужны кубки, я и забираю кубки. Так, ну что, никого на базаре нет? Естественно. Эй! Грег. Еще кое-что. Послушай, сын, мы поговорим. Блин, этот Грег меня бесит. С ним надо поговорить где-то, но он только тут тусуется. Баре должен Валентина тусовать. Здесь где-то бар был. А, кстати, блин, Абуина тоже нет. Так, сколько? 4.36. Чем еще скоротать? Ульф. Что за тупое имя? Кто эти трое трактирщиков? Один из них вот этот добрый человек за прилавком. Там никого нет. Также еще Карагон, хозяин таверны на Храмовой площади. И Кардив, владелец бара в портовом районе. Что ты можешь рассказать мне о монастыре? А, он там. Мы, послушники, ищем просвещение в молитвах Инносу и изучение принципов веры под руководством магов. Мы служим им так же, как служим Инносу, и готовим себя к единению с огнем. Отведи меня в монастырь. Забудь об этом. Ты знаешь, сколько различных злобных тварей встретилось мне по пути, когда я думаю обо всех этих кровавых мухах, мухах и гоблинах. Я рад, что мне больше не нужно жить здесь. Кроме того, тебя все равно не пустят в монастырь. Почему? Вход в монастырь разрешен только магам, паладинам и послушникам. Да, но я почти паладин. Ну поймите, мне до паладина чуть-чуть осталось. Так, у меня время 5. Валентин живет в верхнем квартале, вечером идет бухать в таверну. Это все замечательно, но я не умею краситься. Вот в чем главная загвоздка. Я бы мог, но я не умею краситься. Для этого нужно потратить 5 очков обучения. Я ведь вас спрашивал, потратьте 5 очков, и сказали, нет, трать все в оружие. Так, 5.01, все, сейчас должно быть. О, смотрите, он сам тренируется. Эй! Ранняя пташка? Я обычно один в это время дня. Но раз уж ты здесь... то можно потренироваться. Будь внимательным. Ты можешь обмануть некоторых противников, если уклонишься от удара, а затем атакуешь в правильный момент. Помни об этом в своем следующем бою. С чего мне лучше начать? С одноручного или двуручного оружия? Выбирай сам. Но даже если ты специализируешься только в одном типе оружия, со временем ты начнешь автоматически изучать и другой тип. Если, например, ты хорошо сражаешься одноручным оружием, но все еще новичок в использовании двуручного, твой навык владения двуручным оружием повышается каждый раз, когда ты тренируешься с одноручным. Правда, в этом случае обучение изматывает сильнее, чем когда ты тренируешься с различным типом оружия по очереди. Тебе нужно просто начать, и ты сам поймешь, о чем я говорю. Да ведь хорошо бы зашли. Так, начнем обучение. Начнем обучение. Закончим обучение. Сколько он нам дал? 2%. Ну, прикольно.
Так, надо запомнить, на 29 надо юзать плюс 5, тогда будет более имбово и менее дорого. С этого момента лорд Андре назначается главнокомандующим. Нам надо к гильдии воров. Я посмотрю хотя бы, сколько очков надо на эти карманные кражи. Потому что, конечно, с ними проблемы. Прогадай правил, Алекс, от последней данный момент игра от Пираник. По сути, как всегда, у них это готика. Ну, пробовал, да, но мне там что-то не очень понравилось. Так, кто из вас обучает кражам карманным? Карман краж 10 очков. Блин. Это целый левел. Мне опять надо левел заработать. Давайте посмотрим, какие заклинания продают на рынке. Потому что если там продают, например, продают превращение в страуса, то можем зачистить маяк. Эй, ты! Покажи мне свои товары. Так, огненная стрела, малое уничтожение нежити, ледяной блок, вызов демона, уменьшение монстра, молния, свет, огненный шар, вызов гоблина, вызов голема, вызов скелета, вызов волка, кулак ветра, божественная сила. Блин, надо превращение в кого-то. У кого продается превращение? Орк, тебе не нужна кража. Но как я тогда квесты сделаю? С вызовом демона можно зачистить. Ладно, хорошо. Превращение алхимика в портовом районе. Демон затащит. Ладно, пойдемте украдем последний этот кубок, который мы можем стырить. А потом побежим на маяк, зачистим маяк и сделаем квест с маяком хотя бы. Нам нужен какой-то мощный спелл для этого и все. Хорошо, уже бургеры не обсуждайте? Ну, пока да. Следующий кубок в самом верхнем доме по карте, верхнем квартале. Ключ на камине, кубок в сундуке. Можно просто забить на кубки. Но я хочу сделать гильдию воров, а потом их сдать всех. Как нормальный человек. Хэ! Хэ! Он опять здесь! Как же он бесит! Где тут поспать можно? Чёрт! В чем дело? Так, все, я сплю. До вечера. До вечера. Не боишься, что они тебя сдадут? Да нет, они ж не знают мой план. Они думают, что это я у них двойной агент. Так, не обращать на меня внимания. О, Корнелиус здесь. Поэтому мы просто заходим и берем кровавый кубок и до свидания. Что, Корнелиус, что с лицом? Ополченец, тренируюсь, не видишь? Хоп! Оп. Это, между прочим, на все группы мышц. Так, значит, что лучше, чат? Давайте, что лучше? Превратиться или вызвать демона? Превратиться в птицу или вызвать демона? Ваши варианты. Лучше всего выбрать сторону орков, демона. Превратиться в демона. Такого нет, демон. Ну ладно, пойдемте возьмем демона. И вызов демона — самый мощный спелл. Ну хорошо. Хороший я ополченец, да, вызываю демонов. Ворую кубки. Я не верю, что это что-то... Правда, мне, наверное, опыта не дадут, если демон убивать будет. А манта хватит на призыв. Но сейчас и заценим.
Вот донат, залетел к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Опять играешь за Альянс, мне стыдно смотреть, в кого мы превратились. Ради красивых моделек и мыла ты изменил мне. Лучше не скажешь. Спасибо, орк-подкастер. Тупой ник, очень тупой у тебя. Но не обижайся. Это честно, но горько. Так, кровать. Вернее, горько, но честно. Так, и до утра. Я играл в эту версию Готики, где я сначала дослужился до паладина, потом предал их, стал вольным наемником. Ну вот да, вот да, вот да. Так, у кого у Зуриса? Так, мне нужно демона. Призыв. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Вызов кулак ветра. Вызов демона. Все, взяли. Сохранись перед покупкой. Ну, ща. Блин. Так, необходимо маны 5. Ну вот, 5 надо всего лишь. Да 5 маны надо. У меня 10. Все, просто пол столба. Так, побежали. Сейчас, вызов демона на пятерку у нас. Что надо было с маяком? Просто туда прийти и все за... зачистить? Где это было? В старый морской волк Джек не может вернуться в свой маяк, так там засели бандит. Ну все, ладно. В городе. Нет, они накинутся. Будут кричать, еще одна грязная тварь, и будет битва, махач, трупы. Нет, лучше. Вот донат, залетел к нам донат. Слышь, брат, поцелуй мой белый зад. Я подкустер, мать моя Андуина. Подкустер, под кустом что ли сидишь? Ох, ха-ха-пха, подкустер. Спасибо. Но все равно тупой ник. Так, делаем тут сейвик. Ну что, погнали? Не очень получился план, конечно. Демон... Плохой свиток, мне кажется. О, моего, ладно, еще разок. Ой, да. Ну, видели они такие, насторожились. Ладно. Все, демон, стой! Твою мать, он неуправляемый. Демон, сюда! Ко мне! Ну, в смысле, как? Меня... Почему такой нелепый этот демон? Демон, прикрывай меня от пули, защищай меня. Так, еще разок. Стрелы сквозь стены проходят. Игра года просто. Так, демон. Да не дерись с демоном, демон. Давай на них. Сейчас ты получишь. Демон, не стой столбом. Делай что-нибудь, демон. О, наконец-то он понял. Еще одна грязная тварь. Давай, давай, грязная тварь. Справься с ней сначала. Ох, сколько тут грязных тварей. Бей их, демон. Демон. Так,
Блин, он сейчас уже кончится. Ой, блин. Ой, я сам демона ударил. Демон, прости. Там все, больше никого. Надо проверять, чего. Демон, пойдем. Надо все проверить. Ты сможешь подняться? Господи, он не может подняться. Он не может подняться. Так, слава богу, тут никого. Демон, ты как? Он здесь, я слышу, как порхают его крылышки. Так, демон, блин, это привычка, извини, воровская. Где-то еще бандит, в костре один, вот демон, вот реально демон, ну кто мог это учудить? Так, там лут на крыше. Сейчас забежим. Тут что-нибудь есть еще? О, мясо можно поджарить. Так, мясо пожарено. Замечательно. Ну, блин, демон хорошо их развалил. Да, по 300 золота с каждого. Вернее, по 300 опыта. Боюсь, этот сундук может быть сундуком... сундуком с... Да, отмычек. А, нет, без... Так, жареная масса, шпага, отмычки. Прекрасно. Так, затестим, что там за лут наверху, на крыше. Маяк освободили, да? Чем мы еще можем позаниматься? Где лут-то? Зелье. Кошелек кожаный, свитки какие-то. Да вроде все, больше тут нет лут. Так, кошелек обязательно надо вскрыть. 100 золотых. Ну все, ребят, маяк зачищен. А маяк-то зачищен, вот. Теперь идемте за наградой. Кому мы там обещали? Кого-то в порту вроде. Ему это вообще все важно было. Демон все сделал. Нет, мы не пойдем к Наде. Сходи к наемникам, квест поделай. Это у лендлорда. Ну, может, сходим. Сейчас. Еще нужно 1500 опыта, господи. Ну, за маяк неплохо. 900 опыта-то дали, по сути. За каждого наемника по 300. Вернее, за каждого бандита по 300, это вообще даже по-божески. Так, сейчас дадим, и все у нас будет великолепно. Кому надо было маяк? Джек. Hey, дроу, Джек. Нормально, когда каждый чел может в городе купить призыв одной из самых опасной грязной твари. Ну, торговцы, они такие люди. Если вы не обратили внимания, не всегда люди торгуют тем, что приносит пользу. Иногда они торгуют тем, что приносит вред. И такие вещи порой стоят даже иногда и дороже, чем те, которые приносят пользу. Так что все довольно жизненно. В реальности плюс-минус то же самое. Так, значит, пропавших людей мы не можем найти, пока не пройдем ко второй главе. Гильдию воров сделать не можем, пока не апнем уровень. Ополченцем мы стали и все квесты у Андре выполнили. Так, Джек, кто-то из вас Джек? Джек, ты. Бандитов, которые захватили твой маяк, больше нет. Это правда? Я полностью... Наконец-то я смогу опять вернуться к своей работе. Пойдем со мной к маяку. Оттуда ты сможешь насладиться потрясающим видом на море. Да, ради этого стоит туда, конечно, идти.
Но ведь для кровавых кубков вроде как не нужны карманные кражи. Ну почему? Там говорят, у какого-то судьи что-то стырить надо. И ключ у этого... Валентина. Так, ладно, давайте прогуляемся до наемников и, наверное, на этом закончим. Нам надо найти... вы меня к ним выведете? К наемникам. И там мы потихоньку обустроимся. Это будет у нас следующая локация на изучение. Судью можно отпинать и забвение потом. Да можно, конечно, но я что-то... Вот я нападал на какого-то Константинуса или как-то так его звали, и было больно, было больно. Он в верхнем квартале люди какие-то явно не очень легкие. Так, опять, я чуть не пролюсь под текстуры. Все, значит, в сторону лендлорда, там наемники... Блин, насколько ж можно долго сидеть, конечно, на этой первой главе. Хотя мы давно уже могли бы перепрыгнуть на вторую. Но я не знаю, имеет ли это смысл. Пока мы такой бич. Какой у нас уровень? 5-й всего. Вот прикиньте, мы играем с вами. Какой стрим? 3-й уже 10 часов практически наиграли в игру. И 5-й уровень всего лишь за 10 часов. Ну как так-то? Ну как так? Как так-то? Ну как так? Вот эти игры 2000-х. На сколько мы тут часов залипнем? На 50? На 80? Еще один грязный донат! Зайдешь напоследок, а? А? Ну, Надь, понимаешь, как-то далековато теперь идти, поворачивать назад. То есть, ну, если, конечно, у тебя будет аргумент повесомей, может быть, тогда... Первая глава должна быть самая длинная, наконец, первая глава у тебя должен быть примерно 10 уровень. О, зайдем к Инносу. Единственное, что реально круто, это то, что мы можем всегда помолиться и получить халявный стат. За 100. Ну, халявный за 100, да. Ловкость 1. Прекрасно. Все пригодится. Будет Готика 3 или ее обзор? Ничего себе, какой разброс выбора. Ну, посмотрим. На стриме, может быть, и будет. Обзор, а хрен знает, что обзорить вообще. Ничего в мире не происходит. Одна скукота. Вот, казалось бы, дорога пошла... А, ну вот. Нет, подождите, куда ведет? Лендлорд. О, сюда. Кстати, халявные статы лучше делать тогда, когда статы будут 60+, ибо у них ценник по очкам опыта будет намного выше. Не, ну это да, это, наверное, да, но по 100-то какая разница, когда платить? Сейчас по 100. Так, на всякий пожарный делаем сейф. Ой, эти волки какие-то более жесткие. Так. Критуй давай! Так, один есть. Ой, боюсь, сейчас боюсь. О, да. О, да. Спасибо криту. Всего один, главное, за битву с двумя волками, всего один крит. Но это, конечно, называется лаки-бой, конечно. Так, у нас вообще ничего больше крутого-то нет на статы, кроме этого. Этой прекрасной ополченской одежды. Давай еще. Еще. Одним больше. Еще. Хватит! Еще. Ты на Инносе просрал 200 монет, если бы не сейчас.
АЭС после прошлого стрима по готике сдал топочку на отлично. Может, это знак перейти на 10 долларов? Это абсолютно точный знак, Скарба. Наконец-то ты увидел предсказание, которое я тебе и давал. Спасибо за 9 месяц. Вот тебе гуся. Да, 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 да. Надь. Я оставляю у Инесса деньги, потому что для меня это важно. Это моя вера. Так, я надеюсь, это дружелюбные ребята. То сейчас будет больно. Но они вроде вон разговаривают. Эрл. Это как Эрл стримы на Твиче. Так, это и есть твой дом? Это и есть твой дом? Да? А что, что-нибудь не так? У тебя нет проблем с наемниками? Пока я не сую нос в их дела, они меня не трогают. К тому же они неплохие покупатели. И я плачу им, чтобы они охраняли мой дом, пока я в отъезде. Как сделать удар сильнее? Покажи мне, как сделать удар сильнее. Хорошо, смотри внимательно. Есть один простой прием. Когда ты наносишь удар, используй не силу руки, а силу всего тела. В одно и то же время ты должен развернуть бедро, вынести вперед плечо и распрямить руку. Если ты нанесешь удар правильно, то ты это поймешь. Я бы сделал по-другому. Понятно. Покажи мне, как сделать удар сильнее. Если ты хочешь добиться большего, ты должен упорно тренироваться. До свидания. Это еще не все, поверь мне. Так, хорошо, так вот этот парень, оказывается, за которым мы шли. Я полностью с тобой согласен. Так, ну можно, конечно, отличную на пол стены картину. Лучше б телевизор. Смотрите, кто у нас здесь. Я тебя случайно не знаю. А кто спрашивает? Я Бастер, один из наемников Ли. И тебе лучше быть повежливее со мной, а не то мне придется поучить тебя манерам. Ладно, что тебе нужно здесь? Как скажешь. Я хочу увидеть лендлорда. Да? Хм, ты не кажешься мне таким уж опасным. Я тоже убил парочку-другую тварей. Ха-ха-ха! Ты, наверное, прихлопнул несколько долгоносиков на поле и выгнал парочку крыс из их нор. А мы здесь имеем дело с орками. Да, и с этими коварными городскими стражниками. Ха-ха-ха-ха! И? Как будто ты понимаешь, о чем я говорю. Ты думаешь, что ты крут, да? Похоже, пришло время преподнести тебе урок. Я просто шучу. Еще один грязный донат. А теперь проваливай. Вот и правильно. Вот, да, Инос, спасибо. Что тебе нужно, слизняк? Ты можешь научить меня сражаться? Ты не так уж глуп, как кажешься. Хорошо, я научу тебя тому, что знаю сам. Тогда, может быть, у тебя появятся шансы против меня. Ага, он учит одноручного. Я хочу узнать больше о наемниках и этой местности. О местности я мало что могу сказать. Тебе лучше поспрашивать фермеров. Но зачем я говорю тебе все это, слизняк? Так, он меня доколебал, чат. Это может быть и смешно, но он... Я вызываю его на дуэль. Я вызываю тебя на дуэль. Ах, ах, тебе все не имется, да? Ладно, иди сюда. Пошел ты в задницу. Че, крутой? Иди к мамочке. Плохо. Так, слизняк, кто теперь слизняк? Фу, у тебя даже золота нет. Слизняк, господи, какой же ты слизняк. БББ, слизняк. Слизывай с моих сапог пыль, слизняк. Вот, да, вот так, слизняк. Вот так, слизняк. Правильно. Мы еще посмотрим. Ну что, теперь ты будешь повежливей? Хорошо, хорошо. Ты лучший боец. Чего ты хочешь?
Ты можешь научить меня сражаться? Да, я могу показать тебе парочку приемов. Все, спасибо, Слизняк. А ты кто? Что новенького? Здесь ничего. Лучше поспрашивай в городе. Я думаю, они страдают от нехватки продовольствия. Блин, неплохо. Так, расскажи мне об этой ферме. Анар нанял нас охранять его собственность. Вот Слизняк, посмотрите лицо. Думаешь что-нибудь украсть или избить фермера? У тебя будут большие проблемы. Понял? Кто заправляет здесь? Нами командует Ли. Торлов — его правая рука. Большинство парней подчиняется ему еще со времен колонии. А еще есть Сильвио. Он спустился с гор со своими людьми совсем недавно. Я тоже. Его составляют совсем небольшую часть наемников, но проблем от них выше крыши. Эти парни живут по собственным законам. А этот Сильвио — тот еще сукин сын. Так что будь поосторожнее. Не было ничего. Пересечешься с ним. Твич, не бань меня, не бань. Так, Ленло... О, трава. Он лучше не будет вмешиваться. Плохой бизнес. Конечно, не вмешивайся, слизняк, слизь. Слизень, слизливый слизняк, слизкий, склизкий. Из Слизерина. Так, видимо, вот эта ферма. Давайте прогуляемся до фермы. Там-то всякое, всякое получше. Так, эти ребята кто? Рега. Как дела? Ты из города, да? На твоем месте я бы убиралась отсюда побыстрее. О. Почему? Это место и раньше-то не было раем. Но мы хотя бы жили в мире и спокойствии, пока работали на Сыкоба. Но последнее время жить здесь стало просто невыносимо. Бандиты повсюду, полевые хищники уничтожают наш урожай, а лендлорд совсем озверел. Выше нос! Тебе легко говорить. Ты ведь живешь в городе. Ты боишься лендлорда? Конечно. Если лендлорду кто-то не понравится, он посылает своих наемников, и больше этого человека никто не видит. Так что мы предпочитаем помалкивать. Разве наемники не должны уничтожать полевых хищников? Я не знаю, за что там платят, но уж точно не за то, чтобы они помогали простым людям. А проблему с полевыми хищниками, мелким фермером, арендующим у него землю, приходится решать самим. Как вы защищаетесь от бандитов? Мы не защищаемся. Мы бежим. А что еще нам остается? Так, ну ладно. Чат. Наверное, в принципе, на сегодня мы будем закругляться. Так. Сейчас я тут для вас оставлю, так сказать, послание. Вот. Наверное, на сегодня будем заканчивать, но для того, чтобы увидеться завтра, чтобы не пересидеть сегодня и таким образом посидеть еще завтра. Поэтому прощаемся ненадолго, всего лишь до завтра. Вот. И да, кажется, мы нашли замену Наде. Кажется, Надежда проснулась. В общем, вот, спасибо за присутствие, спасибо за сабов, Коматос, спасибо за новые подписки, господин Рарджин и Ладва Шаман. Кстати, Рарджин, я не помню, дали ли мы тебе гуся, но ну вот тебе гусь глаза. Так, и спасибо большое, спасибо Зардансеру, Наде и всем-всем-всем-всем крутым донерам, вот. И зрителям, конечно, за советы, вот это вот все, клипмейкерам за клипы, модераторам за модерирование, провайдерам за проведение, ОБС за разработку этой замечательной программы, Пиранья Байтс за готику. И все такое, вот. Поэтому раунд, как говорят у нас, да, и до завтра.